Всем привет, дорогие друзья! У нас стартует новая запись, это плей-офф турнира Чака. В предыдущий бой был просто легендарный. Надеюсь, следующая катка нас тоже не разочарует. За деньги, да, шотник Спичка Сантиметр играет против ликвидатора Нимфа Джофф. Эпичная заруба. Я хотел танчики еще показать. Танчики у них следующие. Йох, 30B СТРВ, 277К, 91, 114 СП2. Можно миксовать, как хотят. Начинаем болеть за Джова. Я сейчас на другой монитор выведу другую команду. Блин, соболезнуем, конечно, не Дину, Узуху. Это было жестко. Кто стоит? Сейчас потише сделаем. Меня сейчас будут пушить. Все-таки решили посадить Костина на 277 объект. Они друг против друга попались? Они в одном бою, ребята, они в одном бою. Сейчас. Блин, мне надо выводить эти. Джоб, уёбывай, наверное. Блять, да у меня курьер, сука. Понял. 91 перекатил. Куда они? Я 91 сделал. Да. Тут убивать их тяжело, да? В принципе, нас в городе так-то немало, я хуй знаю. Я получил в начале, конечно, неприятную плюху от БЗ-176. Ну да, блядь. Аккуратнее, они вкатили. Аккуратнее, блядь, Сань. Надо уезжать. Да, я дядь, уёбывай, уёбывай вот в эту бойницу. Нормально как. Ну, у нас ИСУ и, блядь, АФКшат, у нас Йоха АФКшат. Бля, ну они тут всех поубивали моментально. Ну нормально, мы примем. Мы принимаем тут нормально все. Центр бы не отдать к 91 минуту. Вот куда у меня снаряд упал? Ой, блядь. На катке. Поляк. Ладно. 91 не видишь, Кать? Нет. Я поеду сейчас выжимать по платформе его. Блять, проститутка. Меня зажали тут, ребят, я умер. Это была город втроём, короче, играть. А, тут нихуя не видно, блять. Это смех. Блять. Фатальная ошибка. Ебать турбач, ёбаный. Охуеть. Печалька. Охуеть, мы вообще ничего не сделали. Нам надо было втроем тоже ехать в город и пиздиться в городе. Да, надо было. О боже. Два попытания пока 91. Попадание. У нас команда нулевая, блядь. Ну, блядь, это рандом. У них тоже могла такая попасться команда. У них попался бы за 176, который мне вначале дал. Блядь, тыку. Печалька. А, это спичка была на 277. Разъебала меня. Больше никаких челленджей. Полетели. Очень хуёво. Они 17к зафармили за этот бой. Чё, направо, наверное. Да, тебе надо в этот куст. Я попробую на центре что-то откидать, если получится. ББхами. Сань, ты на воду? Вот сука, все пропустил. Блять. Ну ебаный в рот. И я еще показывал не то, да? Она нам нужна, думаешь?
Ну, если никто не поедет... Ёбаный в рот, если прошу прощения, ребят. Мы проигрываем автоматически. Ну, в самый неподходящий момент. Ну, просто тяжело. Очень тяжело. Блядь. И у нас едут туда вроде. Да, вроде. Я попробую что-то на центре сделать. Как всегда. Там в нулину разнесли, а, можно да? отстрелять, Санек, разверни ебальник. Можно отстрелять, долбоеба. Еще один едет, Санек. Если видишь. Да вообще на воде. Кружка. А. Блять, пидорная амония. Амон! Сейчас я секунду я настрою, да, чтобы там, там показывалось. Да, типа вот тут вот можно. Угу. Да, там тяжей разночился. ПТшки. Да мало ли, там еще я 4. Ну да, да. Какой тут стреляешь? Там сантиметр развалил. Хорош. Я бы какую-то пивную съел. Ну чё. Нормально, нормально, бро. Тащим. Как так-то? Покиньте позицию! Что там произошло? Санёк, ты вроде можешь простреливать дураков. Арта КД. Не могу я нихуя прострелить, а пока блайнды по бабахе кидаю. Понял. Я центр бросаю, но потому что меня тут арта сейчас душить будет. Пусть Маус что-то делает. У нас ЛТ умер на центре, вот это обидно. Пока живем, все нормально. У них H4 отдался. Sound resumed. Да я в курсе, значит, что там бой друг против друга был. У меня курьер, как всегда, блядь, не вовремя. А друг, ты смотрел только за сервером целую? Не знаю, за не, туда-сюда и на вас включал. Нет, Джо сначала не понял, что это, типа, он подумал, что просто стрим-снайпер. Если он без музыки вообще был. Вот они пошли. Там и не один без музыки. Не, я включал. Кого я, блядь, засветился? Что за нахуй? Ну, с музыкой бы выиграл. А я без музыки играла, просто мать, кстати. Не выиграл бы, слишком четко прописано. Терпим, ребята, ебем. Понятно, что глупость говорю, но что вчера, что сегодня. Вести целый матч, что потом в конце драфтинг. Вот так бывает, Шикс. Вот так вот. Ну а мы играли, мы вообще даже вести как бы не могли, без шансов. А ты мышка приехала? Понимаешь, так это самое обидное, ага. Когда ты... Понимаешь, это самое обидное, что когда попал. Ты... Ну, тебя просто в салат выносят, и ты ничего сделать не можешь. Ой, точнее, подожди, когда тебя в салат выносят, типа, это не обидно, наоборот. Типа, просто не было шансов. А тут, понимаешь, да, ты ведёшь целый матч. Да не, Зух, это тоже, ну, такое себе. Наоборот, ты ничего не сделать не можешь, когда ты проигрываешь сам, ну, винить только себя, тут как бы такое. Да там на острове дохуя дурачков. Ну, здесь, по сути, у вас тоже зарандомил, но они рекордный бой дали в конце. Ну, а вчера страйк, да ёбаный, зарандомил или не зарандомил? Ну, вчера Олег, ну, показал, как вообще. Ну, Олег потел прям жестко, да. Очень сильно потел. Да ладно, все, ладно, все достойны. Я просто что-то разнылся. Это я нормально. Вот сижу, обтекаю уже 7-й день, мне нормально. С начала турнира уже обтекаюсь. Первого дня после первой игры. Такая же, только новая. Открыл турнир и сразу похоронил его. Кстати, Валер, мы тоже играем во вторник. О май. Валер, удачи. Как будто бы даже к лучшему, понимаешь, а то тут один раз проиграл, потом еще раз проиграл. Типа, ну надо тебе это. Катёк, красава, Катёк, я сейчас попробую агрессивно выставиться. Зато триумфальное возвращение будет. Кого? На 7-й турнир. Попробуй посветить тебе. Сейчас еще 3 раза проиграем. Что у нас Рога весь ебаный, блядь, будет Лига Чака. Сзади меня стоит. С карточками там личными. Туда меня не позовут точно. Какие-то отборочные надо проходить, блядь, слишком сложно. Если горелят сбейте, Катёх, можно будет разыграть вашу. Ну, Лика первый раз так и быстро это, в тильт вошел, небольшой. Блядь, свечусь, что за... Два боя потребовалось. Нет, просто же... Я сейчас делала тест, у меня до 85 поднимается градус. За слотку ничего нету. Может, это из-за дискорда было?
Ага, да, конечно. Ну а почему сейчас? Ну все норм. Ну, все соты поехал. Я не знаю, что я не мешаю. Типа, мне не спрашивается. А что ты отвечаешь тогда? Ну, я точно знаю, что из-за Дискорда не может быть, блядь, 100 градусов температура. Поэтому отвечаю. Вортовод, помоги, ты же тут простреливаешь, по идее. Сейчас у меня... Так, у меня же Дискорд был включен, этот еще, трансляция была включена. Пробил так. Это же нагрузка на ПК. Ну, конечно. И при этой нагрузке я делала стресс-тест. А сейчас делаю стресс-тест, все нормально. Ну, отлично. Прикройте, пидоры. Хуй там. Получается, сегодня... Две ёбаные безвозглые шлюхи, блядь, стоят... Ладно, начнём, всё. А, на меня две щаты бесплатно выкатился. А где гриль, Катя? Что было, гость? Вот здесь. Там же, блядь? Да. Думаю, да. Не попадаешь, Катя. Это не я кидаю. Он, скорее всего, от меня за камнем. Не знаю, он где-то съебал уже, походу. Не буду банить снаряда, хуй. Блять, роги надо просто поджать, блять, вот сюда. Всё, и мы воду разъебем. Он стоит, блять. Ну такие союзники, Санёк, что поделать. Я могу, что он, блядь, тихо. Нихуя, гриль. Засветилась после выстрела. 140 вот здесь. А он уже там? Да. Да, он мог откатить. Вполне. И он 100% там. Он по мне дал тыку. Хорош, Санёк лучший. А как? Нормально, блять. Как я их подключал? А он... Сколько у него хп было? У 140. Ой, блядь! Я поджимаю, я поджимаю. Долбоёб у меня, поджимай. А, сука, блядь, конченая дура над ищатом, блядь, псевдоёбаная. Эх, ага, понятно, игра дебилов. Блядь, как я её подключал? Нет, ёбаный сэр. Арту я не вижу. Блять. Три. Вижу. Гриль не стрелял, ребзя? Ладно, я пока больше ничего не делаю. Я гриля оформлю. Да блять, сука, игра ёбаных минских шлюх! Все, Джов пошел уже. Опа. Ёб твою мать. Как тебя подключить? Фарми, фарми, уебана. Господи, он орёт. Я же испугалась. Сейчас попробую дать тычку. Пробуй, пробуй. Такой вопрос не по теме. А у вас... короче, было такое, что архив не можешь загрузить просто в конфу, в телегу? У меня что-то первый раз такое. У меня такое постоянно. Я вообще не могу загрузить архив. Он через какой-то сайт, я ему гружу, он скачивает. Не, я вот вчера грузил, позавчера, типа, когда мы там играли, а сейчас почему-то у меня просто крутится этот кружочек. Ну вот, у меня так всегда. Поэтому я тебе ничего не смогу помочь, потому что у меня это не фиксится. Обнови брешь, не знаю, перезайди в браузер, может... Так я уже комп перезагрузил даже. А, понял, тогда странно. А при чем тут браузер? Тут же телега, типа, это программа же на компе. А, я просто через браузер всегда. Хоть она у меня есть, я через браузер. А попробуй через браузер, может. Да, кстати, может так заработать. Нормально. Сразу подрубаться. Плюс-минус, да. Оно же должно сразу подрубаться, когда эту... Я сёнку забыл сбросить. Ладно, похуй. Я считаю, если что, количество боёв. Я сбросил. Я в город. Я тоже в город. Давай мы с тобой вдвоём город. Саня, пусть левый разыгрывает. Я отсюда буду играть. Я вот сюда дам просвет. Вот здесь дам подсвет. Там уже посмотрим. Бля, ну поляк, конечно, у них более неприятный хуёк.
чем у нас эти, блядь, дебилы. Хотя не, я сначала откидаю ЛТшек. Да, сбрасывай, давай ЛТшек откидай, потом почему? Поедешь со мной. Потанкуем. А захуй. User joined your channel. Это привет, сразу. Поздравляем. Привет, поведай. Спасибо. Главное, чтобы никто не в город есть. Поехали. Может, если не поедут, блядь, то... Мы не смотрели, будь кроме сервера, у нас никто не смотрел результаты, я не знала, проигрываем мы или нет. Хорошо, лучшая, блядь. Ну, вот Джоа, смотрите, да, сейчас. Ну это долбоёб. Вот второго. Я Лигию рубил. Смотрите, вот сюда зачекайте, я пролетел. Понял. Блять, прям на ход мне кинул, да как. Ебать, их там летит, нахуй так жить. Куева-кукуева их там. Куева-кукуева, это может ты с нами, Санёк? Да, я буду тут рядом, блядь. О, мантикору надо наказать, Кать. Я КД. Он кинул не вовремя. Минотавр. Бля, ну они все по сейву. Они все не дураки. Только семерка дурак, да? Вон базу светит, хрюнделя видно. Ебите. Да, ребят, у нас в городе очень Ваня много. Сейчас. Надо будет вам потом переподкатить, нахуй. Да ёбарь, живи, родненький, блядь. К-91 тоже в городе. Угу. Ладно, всем хорошо, я вчера пойду отдыхать. Давай. Да, пока. Какие же вы, блядь, семинар-то шлюха. Да. О, ужас. Ужас, да. У нас сотка поехала, но пока этот дурак проснется. Они пока не спешат разыгрывать, они так, честно. Бэшка. Я пока тут свое зацелил, я вообще не смотрю, что там бэшка. Прихлюнделя видно? Нет, какого нет. Хера? Заебал дудукать. Ну, блядь, сори. У меня мышка не работает, блядь. Ну, в смысле, не подключается так, как я хочу. Ладно, после этого настроим, все, сейчас вторую подрублю пока. О, блядь, конечно, один нихуя. Да, он тоже тут. Блядь, такая же мышка, просто должно на автомате все подрубаться. ПРСТ. Они давят. Саня, блядь, Катя, нужна помощь. Я на кемпу, да, я сейчас буду целить. Что-то делай. Блядь, ебанат давят на 268. Эй, пока составим. Спокойно, от бортика стой дагу, давай просто, нормально. Норм, Джоб, нас тут много, просто выдавай урон, блядь. Да. После матча настроек. Сорямбус. Сынок, блядь, кого ебёшь, сынок, надоел нахуй? Уже. Слышь, блядь, уёбок. Можешь выйти, дать? Спасибо за донат. Блядь, меня Бэха расфармливает, ёб твою мать. Бля, Бэха, пиздец. Фулку дает. Собака писала, я всё собака отсосал. Какала, собака села и заплакала. Так у Шотника вторая катка плохая, а у Джова хорошая. Пытаюсь, блять, нужна помощь, пизда. Сейчас Бэха откадешится, она меня убьет. Давай режем ее, вкатывай, я добью. Добей, пожалуйста, дружище, добей. На, дура ебаная. Блять, я танкал. Я мина сколько дал, да хуя не дал. Не знаю. Похуй, выезжай на него. Зарежу мина, забей. Давай. Слева, аккуратно. Не зарежу, он застоялся, дура. Добивайте, ребят, блять. Блять, тут нервы. Давай, ДПМ там. Блять, ну каток, сука. Бля, как же Джов горит. Это так талантливо и легендарно. Аля, ага. КД сзади повезло, не пробил меня. Блин, потише Джова. Джова потише, кстати. Не-не-не, нормально, живешь. Лучший, блять, сейчас. Тут тортовод хуярит. Уши, блять, уебаторы, блять. Саня на отчаянном там хуярит каждые 3,5 секунды. Бля, не успел. Ладно, похуй, бля, поляк фуловый, весь твой, Сась, только от арты не умри. Ёбаные шлюхины дети, нартах, блядь. Да, ебик, давай, быстрее за поляка. Ой, ДПМ. Нет. На тебя смотрит, нет. На тебя, Сань, сейчас на тебя. Сейчас поляка будет фармить. Ждёт, долбоеб ждет. На тебя разворачивает. Развернулся. А ты от кого смотришь? Еби, все, еби, я еби, смотрю. Спокойно еби, выезжай, еще тычку давай. От кого еще можно смотреть весь этот матч? У меня тоже Джо. Тут же весь контент, как бы, но... Лучше. Он так в одном моменте заорал, Лепи 7500 очей. Стоят арты, когда, короче, стеблюсь. Угу. Да, нормально, мужики. Нормально, мужики. Так они камбэкнули после первой катки.
Бля, ёбаная башка. Нет, блядь, надо просто... А чё там в первой катке по очкам было? Поехали со мной, Кать. Поехали. Блядь, тут уже спойлеры. Тебе башка барабан, блядь, не влила. Осуждаю спойлеры. Хорошо. Ну так. Ну, башка там. Он, скорее всего, умирает. Таня, на кусты, Санёк. Собака писала. Арта последний раз, ну ты видишь, вот здесь светилась. Она уехала, скорее всего. Ну, шотника нормальные химки, рядом. Они там дофармят. Слушай, залетай вот сюда в спину. Я еду 28 крутить. Да, в спину просто залетай, еби. Только не затаранься от него, понял? Ты ж легкий. Заряди под крышу. А я затаранюсь по рофлу. Грани пермач за спойлер. А куда смотрит 28? Сейчас скажу. У Джова на стене собака. Кстати. Подожди, разворачивается. Мода. Лапы. Кстати, блять, в натуре. Все, влетай, можно. Смотри, это морда собаки, это передние лапы, это задние, это кокер-спаниель какой-то. Это реально... Так, блять, я трахаю эту сучку советскую. Это пудель какой-то. Шмэкаем, долбоеба. Шмэкаем, блядь, давай. Катеть налево, я 28 сам убью. Джов поддакивает. Ликве 8700 очей, блядь, легенда. Как будто надо отсветиться тебе, Саня. Ты фуловая можешь прям. Не, вот даже колодку ТП там не видно, понимаете? Я уже думала сначала, что он умер, когда такой бой зашла, потом смотрю. Спасибо большое. ТВП какой-то, ТВП. Название стрима давай поменяй. Спасибо, что пишете, ребят. Чё он шутный-то? А чё у них Минотавр? Название стрима. Сейчас скажу. Пока не знаю. Нет, он не фуловый. Не думаю, да. Блядь, то что добил, сучка. Беги за Артой. А, блядь, ты тут сейчас долго будешь ехать. Атака, да. Да. Сейчас по Минотавру дам инфу. Он ваншотный. Ваншотный, забей. Хуй. Понял, братцы. Все, его убили. Арта осталась только. Ну, ТСЛТ, скорее всего, первый будет. Но может, Катя еще подсосет его. Поверху едь, Катя, через поезда. Если говорить быстро слово поезда, получится то место, куда мы попали в этой игре. А, все, он там. Джов, шутки из начальной школы. Удар тоже забейте. ТСЛТ его дожрет. Ебучая 18300. Оп, можем, телефончик. Можем лучше, Ребзя. Можем лучше, да. Так. Ой, не сюда. Какое-то изменение в расписании на 5-м. Сюда. Непонятно. Так камбэкнули по очкам тут. 6000, Ликви 1300, Нимфа 2. Джов 2,5 в первом бою, больше всего Джов настрелял. А тут не, ну, Саня, 5500, 2900, 3200. Ушастый как у Джамба. Давай, полетели, блядь, полетели, Джовик. Давай, Джафар, газуем. Да не Джафар, блядь, а Джов, ты заебал нахуй. Джованни? Джованни можно, да. Джафар это Ангелос, блядь, ебать, придумал. Тебя Джафар, блядь, кто угодно называет. Мне арабская нравится. Ночь. Мне не нравится, не, мы в чате баним за Джафара. Мне не нравится, ну... Джафар это хуёвый волшебник. А, да? Из этого, блядь... Как его? Про Султана и про этого. Аладдин? Аладдина, да. Арабская ночь. Да. Я такую хуйню не смотрю. Я ты только что, в детстве Аладдина не смотрел? Ночь. Я телепузик. Бля, ну сложная катка будет для меня. Так, прогнозик, давай, я сколько наверное, Джов настреляет? Давай. Прогнозик. Ну тут две арты тут кормить будут говном. А, хули. Не, тяжи у них легкие, без УВНов. Но, блядь, я-то тоже без УВНов. Если подумать, блядь. Но я попробую что-то тут высрать. Кать, ты в кусты. То куда, ты в кусты, блядь. Блядь, или справа отыграть. Вам оставить дагу. Так надо чекать, я чтобы спойлеров не было. Да, я сам. Из медомагер как. Хуёв сосагер. Да, Костя зря сказал, что не надо его Джафар называть. Это... Что-то я не поеду, наверное. Это он зря, конечно, пизданул. А, на кемпе есть ПТ-шка, чекнулся я. Кто-то вот тут наверху есть. Чётник тоже проиграл, они ровно идут. Блять, перекатка какая-нибудь будет, блять, охуеть. О, хорошая перекатка, блять, ТСЛТ. У нас мясо есть, Катюх. Есть подозрение, что они сами выкатывать не хотят. А, семерка, АФК.
Блин, а я попробую. Катюх, как будто тебе надо поехать уже. Я прокатываю на похуй, наверное. Okay, okay. Я себе кость ничего делаю. Короче, фармить еду, тут справа шляпа стояла вам. Да, давай. Тут семерка АФК, короче, мы это выебем все. Это, возможно, будет турбач ебаный. Сосач обоссанный, блядь. Я не думаю, что турбач будет. Маус, хуй пойми где. Маус в взводе со стэшками, может, что-то они придумали. Интересно. Ебать, что Маус делает, красавчик. Понятно, рикошет. Я думал, его сейчас взорвется. Его взорвет от этого рикошета. Пока не держится. Семеру должен подсосать. Ебать, что происходит? Это эфкашная 7. Ты можешь вот этих чекнуть? Пробую, Кать. Вон, балкон, гоу балкон разъебем. Джоу 720 смотришь? Нет, 1080. Сотка КД. То, что без 100 забрали, я смогу выходить спокойно. И четвертый. Так, без мозга. Вообще не светятся, Катя. Я сотку сам заберу, это. Катюх. Не подставляйся. Все, спойлеров нет, нормально все. Я прочекал. Блять, идиот. Ну ничего, давай. Так, это сложная катка. Сложная, да. У нас минус 2 КХП. Или я пока вот под этих не подставляюсь, не еду. Бля, у нас там рога одна на том фланге, это пиздец. Я пока. Кусты занял. Я пока не подставляюсь. Ебать, что за бои, ебанутся. Да. Не, пока нормально все, по хп не сильно летим. Можешь мне в К1 съебать. Неплохая идея, кстати. Я могу вот тут где-то встать, ну, не? Зелень пиздец. Нормально, да, едь туда. Больно. Я туда, а ты в К1. Они будут на меня агриться, ты будешь... Но у них в целом все плохо. Да, давай так. Зелень очень важно, конечно. Мне надо доехать как-то туда по сейву. Я вот вдоль Катюхиной хуйни этой еду кустовой. Ты там ИБ живой. Как будто бы они это не выиграют уже. Вдвоем, чтобы вы тут были, я буду с угла ебать еще. Не, ну в целом, вот если Ликви реально в угол поедет, Джо в яме заныкается. Нет, Джову надо в яме ныкаться там. Проблема в том, что Кликви могут прям по полю приехать, никто урона не даст. Не, все правильно, они делают. Катя встала хорошо. Он у нас Маус поехал, я от него буду играть. Ебар, попробуй его. Главное, что он зачелся, не вынесли сверху. Ребят, мне нужен будет саппорт, Кать. Как встань поближе сюда куда-нибудь. Все, я смотрю, агрю их, если что. Бля, ну есть подозрение, что они могут вообще не поехать. Сука, какие-то хитро выебаные. Бля, должны нахуй, а куда они поедут, должны? Чебуреки какие-то хитро выебаные. Бля, может мне вообще в угол встать и не светиться, блядь. Но Ебар, видишь, отчетка, что у нас нет. Я без засвета уехал, но Ебар чекает. Ну Лик здесь столько не несет, я думаю, вообще. Жоп, леопард надо выебать. Дал. Давай. Я подсветился, они знают, что я здесь. Добро. Доберу, или ты. Леопард добивай. Самый смелый отлетел, фуловый. Да. Короче, они ну все, поедут. Теперь они не поедут. Могут не поехать уже. Должны, брат. Ты же думаешь, что они не поедут? Дерево упало вот тут, можешь поблайнить, прям в дерево туда покидать. Я плохо вижу, но сейчас попробую, ладно. Да не, я не хочу. Не, вот тут, блять, не понял. Я наверх поднимаюсь, там Маус. Баки, спасибо здесь, большое. Блядь, вот это дерево. Собака пели. Слушай, сало. Я пока поднимусь. Собака калкала. Собака сияла и заплакала. Кстати, в конце реально пропела. Там фуловый Маус по деревне катит. Не, нормально это выигрывает. Катка просто хорошо. Катя, он будет сейчас вперед на похуй ехать. Пытаюсь тебе его светить. Да я знаю. Там главная проблема — это ебр вражеский. Блять, с тряской такой пиздец сложно арта стрелять, землетрясения эти в Москве заебали. Там же прогетто и леопард. Вижу ее, на каток 28 поставил, ребят. Это стабилизация, с ней работает у него. Блять. Ну норм, просто хп не проявляет. Стабилизатор ручной наводки, надо новое оборудование. Бай, попробуй сейчас уебать его. Меня уже вот отсюда ебут, меня уже отсюда ебут. Маус просто по полю едет и живет. Понял. Я в сейф, леопард уже здесь. Маус, я уже не могу на маусовый. А он маус. Пиздец, ты, видит, сука, шлюха выебанная в жопу. И фармить его. Понял? Джов подставляется под этого левого. Ты, блядь, он просто на 3 лишних тычки получил. Они вот тут все стоят, чувак, они вот тут. 2 СТ стоят там. Меня арта кормит говном.
Вообще Джову надо было в следующую яму, блядь, которая дальше. Дохли, блядь, в этом вот там бы он жил. Он и здесь мог жить, он просто катался по полям что-то. Сань, ты светился? Он же мог вот так встать изначально, и все, он был бы в сейве. Сюда Ягу блайндит, возможно? Ну, блядь, нет, в следующей нычке там намного более безопасно. Я много хп потерял. И арта не закидывает. Я не светилась еще ни разу. Ну, в целом, да. Вот, поле рога. Блин, Лик и засветился. Меня арта ебет. Или... Ща двойка, там ща двойка еще на твоей стороне. Нормально, нормально. Что мог? Бля, я что, не отсветился? ЕБР. Пробуй, Кать, сама. Просто если бы Жов был в этой нычке, он бы и не пропустил этих СТ-шек, и от свет арты был бы. Ну ёб твою мать, Костя. Кать, ща двойку можешь, Кать? Да-да-да, сейчас сложусь. Ну не пошло, бывает. Может, тащат, конечно, но там ЕБР. Леопард. Красотка. Леопард в поле. О, там лево в поле, кстати. Давай. И там бат хотя арту убил. Меня ебер рвет ваш, сука ебаная шлюха. Кать, можешь там ебря как-то подсветить, Катюх? Не могу. Да, мне шлюхин сын на арте, блядь, дает 400. И ебер добивает. Да. Да. Блядь, блядь, что у нас тут бачат делает, нахуй? Сука! Сань, проблема не в этом, проблема в том, что у нас тяжи сверху умерли. У нас ебер, сотка умерла ебер, и пропустила всех. Пиздец, блядь. Ёбаный пидорас на бачате, ебаный нахуй. Если бы Костя был в следующей яме, я думаю... Если бы Костя был в следующей яме, я думаю, они выиграли бы. Бля, я не знаю, мы должны были эту хуйню переворачивать, блядь. Ну такое там ЕБР. Должны были, но у них какой-то более-менее вроде нормальный попался. Что Костя бы ебал, высвечивал этих СТ-шек, они бы не проехали даже в эти кусты. Они бы просто не проехали, а он их пропустил. По засвету Мауса меня отъебали. Вот, вот в чем прикол. Бля, сука. Там нельзя было засейвиться от зелени, да? Ну... Там и справа, и слева, там все с всех сторон ебали. Ну там и арта ебала. Шотник на СП-шке вроде ебурит. Меня убили, меня СП-шки убили в зелени. Блядь, Андрюх, перезади в ТС-ку, у тебя опять, походу, полагает. Disconnected. Подсветил бы СП-шек, я бы выжил. Я, блядь, 2к дал. Ну, ребят, 11к, блядь, это все-таки не 6. Connected. Блядь. Костян, там вообще жить не вариант было тебе как-то просто... Чувак, меня отсюда ебали, вот отсюда ебали, отсюда ебали. Они, кстати, ТС-ку чуть не пишут. Разъебали. Ну потом на стриме посмотришь после катки. Они еще вот это, да, заняли, оттуда еще, блядь. Меня Маус высветил, и арта еще ебала. Наверное, забыли записать. Блядь, я вот хуею. Там только ликви поставил. Здесь грили бы чат, погибель сулят. Смотри, не зевай. Хоть лукав и жесток, но прекрасен Вистфилд. Блять, у нас тут спасибо большое. Он тут катается, блять. Ну, такие игроки, да. Не арту, спасибо, не Ксюш. Мне арта это хорошо. Пиздит, блядь, и пиздит, так, чувак, мне арта, блядь, пиздит. Очень много пиздила. Очень много пиздила арта. Так именно когда блядь, меня ебали стажки. Как так ну как вот так происходит, нахуй? Ну так. Анатолич на бачате играет, просто видишь. Еблатолич, блять. Блять, у них ебар дохуя сделал. У нас ТС стало, ты умерла. Них я про красавчик. Вот так, блять. У нас ТТшки просто сдохли сверху. Вот они заняли А3 и умерли. Все. О, если бы не отдали ту позицию, там Катя бы очень хорошо раздавала бы. И долго, мне кажется. Да не, по факту мне ЕБР только помешал. Да. Остальные меня не пересвечивают так. Бля, кто там на ЕБР играет? Ну, 53% побед. Костя дал 2000 плюс. 54, блядь. Ну, у них игроки, которые более-менее играют. Давай сейчас каточку за Никитосика посмотрим, что у них там вообще происходит. Ща они бой доигрывают. Никитосик вроде на СП-шке нормально. 7 косарей, блядь. Смотри, как херачит. На верхнюю эту залезь, наверх, она будет в простреле как будто. Никитосик вот херачит. Вы видели средуху шотника? Я остановилась тогда. Да, да, цель. Сколько там? Сколько? 5800. За 5 боев. Ну, норм. Может, в яме. Не в яме, а дальше. Сантиметр, правда, светишь? На двушечку, но... Нет, не, я бы засветила, если бы в яме. Может, убежала? Компенсация. Значит, дальше. Уравниловка, как в танках. Пади, наверное, да. Значит, где реакция, я не понял. Я сейчас не знаю,
Ну, она стрельнула. Да, я просто еще ближе был. Давай за шотника посмотрим, пока он на этой ПТ-шке ебурит в 5800. Какой воздух, ты что? Короче, выше леопарда стрельнул, выше. Джофф играет лучше 99% чата, сидят пиздят на него. Ты реально думаешь, что он топ-1 всех игроков? Так так и есть. Джофф топ-1% всех игроков, так и есть. Просто прицел в дом залип, потому что без автоприцела было. И рассинхрон произошел, да. То есть, если ты хочешь по таким танкам урон давать, тебе надо до момента выезда, типа на автоприцел, тогда он будет, да, там, где вот он смотрит. Ну окей. Если вы смотрите там, не знаю, меня... Этот 99.99 сервера. Джофф 99, там что-нибудь еще сервера. Если смотришь какого-нибудь клумбу, там Дифа Шекса, это 99.999%. Погнали. Рыбка. То есть у тебя в танке играют не 1 миллион человек в месяц. Не 1 миллион человек в месяц играют в танке. Ну ты копы сейчас возьмешь, и вообще красота будет. Тяжко, бля, мне что, на первый линии? То есть если от 100 тысяч это 1000, а от миллиона это 10 тысяч, да, Джо входит в 10 тысяч лучших явно. Ну, кстати, наверное, да. Если только от миллиона, а в танке играет больше, чем миллион человек. При онлайне там 300 тысяч, боюсь, на первый, не знаешь, это единовременный попасть, онлайн, ошибка, ну там в танке играет человек, типа, сессию 2 часа, там 3 часа, соответственно, эти люди меняются за день, там в день заходят, там, не знаю, образно 600-700 тысяч за месяц, плюс разные, там кто-то только на выходных играет и так далее. Слушай, а КП за первую линию, да? Ставка, давай сколько шотник настреляет сделаем, он же ебет вроде. Блин, или к Насте ехать? Ну, хозяй, с тобой грель едет. Буду, если прям этот пиздец будет, я крикну и уеду. То есть тебе главное вот под этой, с правой стороной, да, чтобы уходящая была, да? Супер, супер. На бабахе там. Ну, они уже не в городе, это хорошо, значит. Кто там по линии первой вообще, прикол какие-то? Блин, там я прикол ошибался у них. Я еще не в позиции. Давайте. На шотника предикт запустил. А, 121-й, где 140 стоит. Добро. И третий по полю. Топ, не дрыгайся. Ай, блядь, ебать, фугас. Под носом пролетел. Страшно. По-моему, бабах на центре, охуеть. Лучше Джо, только вспышка. Это факт. Это факты. Сейчас, погоди, проеду. Джо в топ-1. Ты там умрешь, ты понимаешь. Вижу. Ебать. Да я вазик, там он в поле стоит. Да он в поле прям стоит. Блядь. Осуждаю эту шутку, но произнесу. Он мало того, что входит в 1% танкисток, так еще и самый умный пес из всех играющих. Осуждаю. Не надо так шутить. Вы что делаете? Зачем так шутите? Их бабахи-то разъехались, Блэд. Слушай, блядь, не дед. Азик, ты посмотри вообще, что творят, блядь. Охуеть. Да. Я гений, блять, в башню. Ща, мы его под контроль, блядь, за стену. 121 ошибается, блин. А тоже мой свет. Да блядь, ебать. Да это гриль, блядь. Они заебали ваншотить. Бабах КД, кстати. Она там же стоит? Ну, плюс-минус, плюс-минус. Примерно оттуда же, короче. Вазик подставляется. Не свечусь. Ну тут они какую-то сами херню делают. Слушай, я на первую. Осуждаю такие шутки, продолжайте. Да не-не-не, тут надо семеру, вот это все и фарми, да. 140. Что вы делаете, при... Продолжайте. Бабаха КД. Я вообще, бля, под него подожмусь. Я уже, да, поджим, я тоже. Пункт ожидания бабахи получается. Азик шотный, Настя. Ну я еду, я это, блядь, зарта охуенно. Она там под артой пострадует. А, она за домом. Чё-то у Никиты на стрелы не видать, 8 тысяч. 8 тысяч КП буста, даже 10 уже. Чинил баки. Странно, как я ему подпал, не дал. Ой, блядь, а там еще и вазик. Минус 1 ВЗ. 2 минус. Охуеть, попал. Дал ему. Что там за прострелы?
Блядь, она меня хочет. На катке 140. Собираю. Блядь, так уверенно сказал, я уж поверил, что у тебя альфа вылетит. Он сам поверил. Я по глазам видел. О, грика дай, грика дай. На базе, да. Меня птушка. Сейчас попробую. Блядь, прям ему под ноги, сучка. Прям ему в ногу. Нормально, ты знал. Арту кинул. Арта в углу А2. Кормлю бабаху. Давай. Понял. Вазик шотный. Вон. Фул. Че, все что ли? 3700? Этих не успеем. Ну, турбачи обычные. Да нормально, мы успеваем собирать. Это говорит о том, что если нам выпадет хорошая катка, мы должны разъебать. Розабаи, они идут 15-800 в среднем. Это еще не так плохо для этих танков, с учетом того, что сантиметр ничего не дает. Хотя он должен был. Ну, я свертухи еще ебнула. Я просто не ожидал, что он доживет до этого момента. Как раз таки в турбачах сантиметр должен накидывать. Никитос, был бы нормальный бой, тебя там нахуй убили бы за этим домом. Да ни хера меня там. Давай еще один бой за шотником посмотрим. И на Джова переключу. Хотя, блядь, не, давай досмотрим, пока Джов доиграет. Он тут что-то тащит потное. Катюх, прямо здесь. 5700, Костян, 5700 хуярит. Давайте, ребят, подсосать надо еще максимально то, что осталось. Там гриль. Педрила. Свожусь. У меня арта тут. Добери тут. Шотник 3700 дал. За цель сюда. Я не вижу оттуда, у меня гриль. А, все, гриля еби туда, окей. Че, будет тряска? Ну, а видели мне? Давайте, малыши. Хорошо. Зацеливаю, дружище, если промахнешься. У меня КД, но я зацелил. Ну, ты сам. Угу. Спиздял. Красавец, нормально. Сюда, нахуй! ИБР! Да, что там Костян ИБР творит? Что там Костян ИБР творит? Что-то разошелся, ИБР да. ИБР не добрал. Ладно, Катя, нормально. ИБР не добрал, вообще хорошо, что Катя там справилась. 8500, смотри, как ебет, 20 тысяч плюс. Жестко. Да, ну у нас тут союзнички молодцы, блять, молодцы. Все сидели, молчали, смотрели так, ну. Давай еще одну ставку на шотника. Да, просто это. Он все равно на СПшке пока херачит. Не, ну, я могу с вами поехать, я просто не знаю вообще тот фланг. Я обычно вот здесь играю примерно. Ну, давай тогда сантиметр. Ну, окей, да, пусть играют, хорошо. Просто, если что, не проявись, если союзник... Решающий вклад взяли. Джов. Ну, с меня там оставят, я уеду. Просто оттуда до хрена что простреливается. Окей. Главное, чтоб удобно тебе было. 20700, да, блайндов не было никаких. Лик ведет 4500, нимфа 2700, Джов 4000 среднего урона. Нимфа 2700, Джов 4000. И ни одной позиции не знаешь. Ну, адекватно. Да нет, я-то знаю как раз, что я делаю. Так, да не, я просил, шотник 5.5 все равно. 5.5 пока идет. Что творят? Что-то союзники как-то у нас так. Сопливенько раскатывают. Слушай, я вот сюда на стену подъеду сейчас. Попробую там подстрелить. Есть прострел, кстати, нету, но как будто должен быть. Я бы тоже вот сюда сейчас стал отстрелять бы их. Блин, аккуратно, если что. Пробилась. Блять, ебать, позиции нахуй. Тебя и три. Блять. Ну все, Джоу во вторую корзину, да. Я откатываю. Что-то у них все в говне тут. На первый, второй, третий, как будто бы. Бляха, в дырку целит аккуратно. Тоже проехать из-за этого не могу. Прокинуть мне. Ту-ту-ту-ту-ту. СТБшечка слева у нас кунжала четко. Дерево хорошо сломано. Пока терпим. Ага, я три когда. Что за хуйня происходит? Блять, не понял. Прострел, блять, вроде бы. У него походу сейчас опять будет хороший бой.
Простите, но да, я они еще так подъехали, их очень много. Третий наверх. За шотников посмотрю, как он разъебывает 5.5. Пиздец! Ладно. Ой, там сантиметр разъебали. Сантиметр в 2к играет сейчас. Даже меньше. Спичка получила тычку бесплатно. На 900. Тут просто СТБ сбоку, блять. У нас ЕГА не может просто чуточку подъехать и просветить. Вот проблема. У Джоу пока косарик. Не знаю, залетел, нет. Ты третьего хапнул, да? Да, вот я третьего из СТБшки. Третий едет. 15 же боев, да? Или это не да? 15. Да. И что, есть шанс, что Джо вытащит? Да, да. Равно. Ну, типа 5000 проигрывает от хуйня. А, понял. Папка там ебёт. Короче, просто. О, ебунша пришла. Здравствуй. Привет. Я сидела, смотрела это. Аж чуть не ноготь не сломала. Это карта, эти флешбеки. Попробуй, может, уехать, если получится. Нас... Я думала, я обосрусь с последним боем. Очень повезло с Хэвиком, он какой-то тупой. Ну, он хорошо сыграл. Да. Он тупой, он дал 3 из 4 в Е3 в сервера и, на дистанции. И он дал... О, там Лёпик сзади. Понимаешь, вообще у него нормально там все 7к урона почти. А нет, объект не он еще... с хорошей статистикой, почему он так с затылком поехал, я не знаю. Может, понял, что это ваш бой. Только не шотник, да. В итоге растащили тут у шотника. Сейчас полеопард даст, когда... Сантиметр координатор. Сейчас сзади могут пустить, осторожно. Ага. Сзади Настюх. Легко, да? Буду выдавливать ее. Сейчас. А! Вильф выиграла, а то я проспала эту игру вообще. Спрашивает, что ты не стримишь? База горит. А, так я блядь, не буду это стримить. Я только тренировка, блядь, да будет, тогда будешь стримить. Да, она закатила. Спасибо большое. Так, делаем правильно. Сюн, грейт джоб. Кто подкрутит Леста? Сейчас я гляну. Спасибо. Куда там ляху? 750. Да я отзывем. Боже, это не ломается, надо. Пиздец. Да-да, все в этом дворике охеревают с того, что это не ломается. Настя, по хп все хорошо, просто не торопись. Настя, ты уже херню делаешь, тебе надо вот сюда ко мне. Да-да, еду. Там еще фуловый островок. Краншотный, краншотный. Там может быть 780 еще развезет. Раз. Краншотник за себя и за сантиметра. Хорош фугасиком. Джоф опять ликвью успокаивает. Сейчас бы не помешало. Это уже классика этого турнира. Ага, вон дерево, дерево повалило в твою сторону, вот тут. Вот в этом дворике, да. Окей. Это она стрельнула. Другая стерва слова, если что. Ладно, да, не рискуй, просто вот она. Я куда? На тебя, на тебя. Сейчас разверну. На меня. Нет, 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 нет! Вот теперь на меня. Когда? Блин. Ну похуй, зато растащили. А что-то на тебя поворачивалось и видел. Да тут пиздец, блядь. Кирпичи, бетонки, блядь, заборы. Я сам ничего не вижу. Вахере, блядь. 5700 шотник. Слушай, ну она фуловая. Вроде бы, да? Да, да. Блять, ну я тоже поподставлялась. Да, поэтому эту карту и банили. Там просто, когда убегаешь через этот двор, там ну, Джоа дают сверху. Закончилась каточка вроде. Я подъезжать не стал, потому что она уже халяву получила. Она нормальная, но надо на ней как бы знать позицию. Не, слушай, но мне тяжело без брони. То есть, видишь, я играл только в крысу. Только в крысу, 5700. Ну это надо собрать, да, это 200 чей. Я поворачиваюсь. Ну ты, конечно, оптимист, блядь. Настя, ну извиняюсь, сегодня, походу, мой день. На тебя прям хочет, блядь. Встал у него. Арта вот рядом. Каток дал. Кто слева? Пойди куда? Давай я арта вам добью. Давай, иди. Вперед, прыг. Настя, вперед, прыг. Есть вот за той другой, за той другой. Так, а где она? Ну, где-то по центру, слышь, походу? Ну, где ее где-то? Шотник, 7000. Ну, спускайся прямо в этом, ебать. Да. Внизу, внизу где-то должна быть. Шотник, 7000 плюс на этой карте. Не, ну шотник сегодня в нереальной форме, по-моему.
Надо было досвести еще газ. Давай, добивай. Бля, не полетел. Уже два, давайте как пиздец. Ну я фулл свелся, я дом убил. Я в аркадке стрельнула, короче. Нормально, шестнашку подсобрали. Есть бляшки, короче, новые били, которые не простреливаются. Да, блядь, долго. Дерево не простреливается. Все тут что-то. Я, чтоб ты понимал, я вот там вот в серединке, где Млеху, помнишь, убил? Ребят. Там, короче, мешки с цементом. Показываю результаты. Шотник 5700, спичка 4К, сантиметр 1800 на К91. 1800. Это очень классно. Это пиздец. Это бред полный. 1800 это просто пиздец. Делала вообще другая контора эту карту, вот честно. Бля, ну шотник в нереальной форме. Если они еще будут таким сетапом или меняют? Если еще таким сетапом, надо еще одну катку смотреть за шотника. Нормально. Он что-то, блядь, нереальное делает. Дохнут, блядь, молодцы. Да, еще одну катку на СПшке играет. И потом начнется кринж, блядь. Да, потом кринж навалюсь. Нахуй ваш сетап. А, ты решил сразу поймать. Ну да, ну, ты, блядь, можешь фул уже. Ну не идет сегодня, просто не идет. 1800 урон на К91. Че я поделаю? Ну, типа вы пылесосите много очень, поэтому. Ну и хорошо, как бы. Шотник в нереальной форме, блядь. На этом, видимо, поиграть сегодня, чем. Ну такая. Ну я, наверное, опять на отстрел даже встану. Или хз. Ну пока по очкам, да, херня вообще. По инфе сначала. 700 очков за 7 боев, ну, это 5000 очков. Типа, эти играют бой на 10, те на 15, все, выравниваются. Ну, сантиметр, кстати, может сюда приехать. Или ты куда, Настя? Ну, я, а, ну, я туда же? Да, куда как раз. А что, ты не пойдешь воевать, что ли, прям? Не, у меня же 287, там не особо удобно воевать. Смотри, если сейчас Чифтен или СТ2 в город поедут, ты, в принципе, можешь поехать, потому что у тебя сантиметр здесь застопает их, и у вас все будет хорошо. Шутник играет Десалвент турбины экспериментальные. Тыкни ему, чтобы за мной. Но СТ2 поехал, смотри. Ну, только СТ2, это не очень. У них же, видишь, сантиметр на 30 Б, может быть, получше, чем на К91 будет. Там Минотавр едет, Настя, Е3, не, все заебумба. Тогда поехали. Я лучше, чем тяжи танки. Угу, антитяжа. Да. Так, пороги кто-то два стреляет. Бля, ёбр, конечно, у нас не очень светит. Его снова подсветили. Хорошность. Так, ты же светишь прокатку, еще никого нет? Ну, смотрю вот этот, да, Б1. Mm-hmm. Ой-ой-ой, почти залетело. Минус баки у чела еще. Ну, они, конечно, общаются не так. Типа, интереснее, конечно, Джова смотреть. Да. Ребят, но тут я не могу пропустить, как шотник, блядь, делает почти 6К среднего во взводе. Ну, это что-то слишком... Слышишь, это слишком на жестком. Хорошо. Не стал ебра, блять, потому что неверочная. Давай, фурога. ЮДС, блять, стоит в кустиках. Ой-ой-ой. Там блядь, еще одно колесо сломали. Не, там еще одно колесо просто сломали ему. Ой, хорош, блять, жалко, не прыгай. Сантиметр 1300, так, неплохо. Так, в городе у вас вроде нормалды, да? На перекатке тут накидал. Ну, у тебя там сильные танки, все фуловые, смотри. Я наоборот к тебе иду. Куришка хочет город, но через тычку пройдет только мою опять. Не, четвертый уже не проедет на правую сторону, мы тут ему оформим прием. Ёбар вот тут никого не светил, он там катался очень агрессивно. Бля, на меня Улис все равно простреливает. А там он вот с этой позиции тебя ебет. Да, 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 я знаю. Сейчас скажу. Кто с базы? На позиции. Кратненько. Понька, бля. Харим. Там он с катком. Бля, не бахнет. Хотя она, блядь, там АКК на низу светилась, вопросик, блядь. Может, там... А вот 268 приехал, смотри. Бабах, это страшно, блядь. Ну, мне тоже, кстати, страшно.
конечно, в любом случае. Нормально бахает. Собрала ёмбрика. Nice. Я поехал к ним на базу, к бабахе Кудису. Давай, могу, если чё. Где ты катаешься? Ну, вот я ФКшник, просто стоит на базе и стреляет по мне. Бабаха двигается, хорошо. Хорош. Блять, она меня не пробила, прикинь. Добро, добро. Уже трёшка есть. Но это бой заканчивается. Её. Ой, стал фугас и забрал. Забрал с подпалом. Давайте пылесосьте, ребятушки. А тут труп. Ты хури сюда смотришь, что ли? Не знаю. Поворачивай, да. Пичка забрала. 3800. Походу мы за ними не успеем. 3800. Но надо попробовать. Не, в яме, видимо. Ты приехал в этот бой, блять! Шакал ебучий, блять! Я только переключил. Охуеть, оно тут стоит. Ебать, все. А теперь смотрим только Джова. Он далеко куда-то уехал. Вон он. Вон он, блять, уебок. Бля. Не доигрываю, пизда тут. Просто нихуя не доигрываю. 3к урона сейчас будет лучше. Катя, блин. Подсветить есть сварик 121-го, Катя? Нет, нет, пока нет. Вижу его, вижу, долблю. Так, шотник дал, блайндов не было, 3800. Ну он светится, светится 121-й. Бля, ебать у него позиция, конечно. Базе там конец. 5.5 на этом танке отыграл Джофф. 5.5, ой, этот шотник, 5.5. Теперь у шотника СТРВ. Блять, ну это тоже Лива, интересно, как? Пиздец. Я знаю, я... А, за похуй, ты поеду за этими двумя, понял, но... я помогу с ними. При всем уважении, тут... Тут надо Джова смотреть. Луча. Шотника уже насмотрелись. Ай, сорян, обосрался тут. Чё-то, блять. Душный бой был. Хорошо, ребзя, по очкам уже сравниваем. Охуенно. Потихоньку. Ну да, нормально. У них бои быстрее. У них бои быстрее. Это хорошо, наверное. Джофф отыгрывает за 7 так, боев на 2.77, 3.760. Я просто на второй бой. Нимфа немножко апнула, 3.100. Сейчас последний и Ликви 4.400 идет на К-91. Так, ну все, полетели. Надо сейчас финалочку на 2.77 хорошо отыграть, может, а потом нас ждет бой. Карта, блядь, хорошая под них, ебать, под их сетап. Ой, ебать, нормально. Ну горку с тобой забирать. Не, не знаю. А с кем мне горку забирать? С семеркой, наверное. Кто у них там? Я поеду. Поедешь со мной, да? Да. Блять, у них вазик и 2.77, опасный танк. Еще и епись, блядь. Еще и... Ставку на Джова. Блять, надо, чтобы... Слышишь, надо, чтобы наши яги поехали с нами на гору. Я боюсь нас фоч, блядь, с какими-то... Блять, а в приемку встать хуета? Не, я как будто бы нет. Хочешь, я могу вот тут... Я так разыгрывал. Хочешь, я вот на эту твою ебучую позицию встану, где ты тогда жил, на, не помню, на каком танке. Давай пока что, Джофф, поехали вместе на гору, я сейчас ебу на кемп, ты там еще останешься, или вообще уедешь ты быстрее, блядь. Да. Уедешь как ЛТ. Давай, поедем. У нас две ЛТ на воду. Да. Ну пусть... Бля, ну а что поделаем? Отстрел. Вертухи, хуюхи, там что-то, ребят, не? Дал. Дал. Найс. Найс, залетает у долбоеба стримера. Откручено, куплено. Блять, яженьки, я вас умоляю, блять. Нет, слушай, ну это как будто отдавать надо, дружище. Да, надо отдавать, дядь. Может, пусть семерка вот тут заживет? Бля, ну ей там охуенно. Ну как будто вторая ЛТшка здесь. Вполне возможно.
У шотника, кстати, для стервы норм карта. Типа, чтобы здесь кемперить много. Но она может быть... Она уже вот здесь, она уже вот здесь. Да, я не знаю, от кого я свечусь. Это ЛТ, вот дружище, это ЛТ. Она вот туда уже. У Джоу последний бой этим сетапом. Там дальше тоже будет стерва у нимфы. Давай блендить ее, что, или как будем делать? Да я хуй его знает. Давай ты блендишь. Слева от бойнички Епи стоит. Он 105 у нас едет. Угу. А, ну я зацелил. Может попаду отсюда. Он остановился. Словил засал. А, Сань, надо горку зацелить. Там сейчас уже семерка будет что-то зацелим. Показывать. Я пока назад откатываюсь, чтобы луч прострел на долбоеба на ЛТ. Бля, как будто да, зря. Да, ЛТ-ха тут, Кать, да. Да. Бля, зря это на мерзко повалил. Пазик, вон она. Я две попал, блин. Эджор, спасибо большое. Ну может 105-й заберет, не? Посмотри, восьмой бой шотника. Это законно, слушай, что смотри, сантиметр танк поменял? Эджор, это законно. Только я там немножко лишнее повалил, поэтому близко. Им надо сыграть. Блять, ЛТ просто в ноль отсосал. 15 боев. 8 боев получается на одном танке, 8 боев на другом. Ой, 7 боев на другом. У нас бабах вот отсюда трахают. Сантиметр просто 7 боев сыграл на К-91, и теперь 8 боев сыграет на МХ-30Б. Куст. Я хуй его знает, как ее там блайндить. Без вариантов. Я могу. Они могут миксовать сетапы как угодно. Делай. Может там, я типа, тоже, сантиметр на 30Б, спичка на Йохи, шотник на СТРВ. Потом шотник сядет на 30Б, сантиметр на К-91 и так далее. Главное, чтобы на танке сетап они могут брать, какие хотят из этих танков. Как угодно миксовать, главное, чтобы ТТ и СТПТ было. Играть может на этих танках кто угодно. Главное, чтобы на танке не было больше 8 боев. ЛТ-ха тут же, да, в кусту дура, блядь. Да, вот что-то, блядь, я... Ликви, короче, тоже во втором бою 30Б взял. Я сыграю дальше так. Давай я прокачусь. Я сейчас засвечусь, наверное, да? Я не чекнулся почему-то. Блять, семера может поглубже. Отлично, а. Мое уважение. Сань, может с нами? Погоди, я тут сейчас буду по базе давать. Давай, мы тогда горку отжимаем. Поиграйте там с ним. Странно, что они горку не заняли, это пиздец. Блять, почему нету отрисовки, нахуй? Шотник пока трешку накидал уже. Пиздец, блять. И там на базе проблемы. Там он на горе стоит, там на базе проблемы. Есть гора. Там спичка фуловая, сантиметр фуловый, вроде должны встречать, а там... Саша, ты по воде не хочешь приехать? Поди. Нет. Нужна поддержка. Я хочу на гору. Но мы гору закрываем вроде как. Мне кажется, у них на горе танк больше не будет. А чё я по воде поеду, типа... Нахуя? Ну, ты отсюда будешь закидывать. 277. А, там шотник засветился, у него проблемы. Так они дурак, блядь. А, вот тут вот деревья падают. Там ПТ-шка какая-то. Блядь, что ты нахуй делаешь? Да, там прям огромное гнездо строят. Аккуратно. Ай, блядь! Да помоги же мне, сука, шлюх! Блядь, я молчу. Баха. Ну чё, он ещё КД, выйди, блядь, забери нормально! Да выйди, забери, он КД! Светишься? Нет. Бля, две тыки зафейлил. Они в анальный деф, они вот тут стоят все, они уехали отсюда. Шотник сейчас... Значит, там перед тобой вот чел пиздец. В низинке стоит. Вроде живет. О, бабаху чокнул, смотри. Ебать, она отлетела. Ребят, у нас проблем, у нас нет тихо, урона. Блять, ну это 500 ПТ, блять, малиновка, ебаный рот. Давай доигрывать, надо. 2500 ХП, 2500 очков. Я пробую поджимать. На похуй. ТВП. Сяся, я пробую вот это тебе светить. Пока нет, да пока не пробую, жди. Сейчас отсвечусь. Джо, в бабах вот это КД было, поджимай прям под камень. Хорошо, я пробую не хуёв не сосать. У ебана засветил. Вообще нахуй прострелов нет тут, блядь, Кать.
Так, Андрей, я понимаю, конечно, все такое, подход разный к аналогичным ситуациям совершенно, когда шотник дает 5 клюс, это женщина шотник в отличной форме, как только какой-то Вольфхард или еще кто-то не настреливает, у них рандом хороший, может все-таки у шотника рандом все нехороший, тот же Вульф просто в отличной форме бывает раздает. Когда я сказал, что шотник в отличной форме, это не означает, что у него плохой рандом. Чтобы настреливать 5.5, должны быть два фактора. Чтобы ты играл отлично, и чтобы рандом был под тебя, да? Чтобы ты успевал настреливать, все складывалось под тебя. Безусловно, два фактора. Вольфхард давал там 6000, не только потому, что у него рандом отличный, а потому, что он еще и ебет. Сын ебаного дерьма, блядь, кто это там? Никто это не отрицает. Так же, как и никто не отрицает то, что шотник сейчас настреливает так много, потому что у него, помимо того, что он хорошо играет, еще и рандом хороший. Ебать, победа на просто 10к. Когда Вольфхард настреливал, у него и Балхис настреливал 4000 среднего. То есть там рандом был запредельно хороший. Здесь спичка настреливает свои 4000 среднего, сантиметр нихуя не может с 2к среднего, а шотник ебет в 5.5. Но у них тоже бой на 13к. Понимаешь, немножко разные ситуации. Но это старый бой. Сейчас у них новый бой будет какой-то, блять, хуй знает насколько. Ужасно. Ужасно, блядь. У Вольфхарта там была ситуация, когда он просто стоит, блядь, и под него катаются бортами. У шотника аналогичная ситуация, там, похожая. Но все-таки рандом не настолько приятный, как был тогда. Поэтому, что больше, так сказать, превалирует, на том и делают акцент. Если когда Вольфхард ебал, больше превалировал рандом, и все говорили, что слишком хорошие бои, то сейчас... Не сказать, что слишком хорошие бои, скорее тут шотник отыгрывает гораздо выше своего скилла. Ну ладно, не гораздо выше, но просто лучше, чем он играет в среднем. Ну это плохой бой прям. Джоу, что они там дали? Сейчас вести будет подъеха. Ему нужно что-нибудь типа... Блять, пестрил до тундры. Так, сори, заорал там, если что, минус уши, все дела. Джова, Малиновка, 11600, да, они дали. Блайнды какие-то были. Джов дал 3200. Джов хорошо идет, 3700 на 277. Сейчас посмотрим, что он на готовы, этом, ребятки? На Йохи готов выдаст. Ну, полетели. С богом! Давай еще богом ставку повторим. Джов на Йохе это 0-2. Ну, карта хорошая под Йоха. Что там шотник в итоге дали на Карелии? Попробуем что-то сделать. Они в итоге на Карелии шотник надо сыграл копать. 20 тысяч, да, и шотник настрелял, и спичка настреляла, и сантиметр. Сменил танк, и получше пошло. Хорошо камбэкнули тот бой. И по очкам 15-900, 14-800. За 9 боев это, ну, около 10 тысяч уже. У шотника около 10 тысяч буста. Не, когда там Вольфхард нагибал или кто-то еще другой нагибает, это не означает, ну и мы говорим что-то на рандом, ну, это так, не означает, что мы заслуги игрока принижаем. Я сейчас к тебе, Саш, приеду. В любом случае, даже в хорошем рандоме, чтобы настреливать такие цифры, надо очень хорошо играть. Красиво, Костя. Просто кто-то очень хорошо играет, но максимум 4000, а кто-то очень хорошо играет и 6000. А у Шотника во взводе ребята не нагибают, при этом он рвет. Это левее, немножко тебя другое. Ты не понимаешь. Прокатывает. Вижу, это секрет. Вижу, пытаюсь успеть. Попробовал. А, попробовал, блять. Ладно. Аккумулем не пробил. Раз, а. Надо было подкол зарядить. Вот так вот выблядок едет на похуй фуловый Игорек 1985, да? Блять. Так он на И7 едет, не на другом танке. Хэвик откидывает, блять, а у нас семерка, смотри, что делает. Хорошо.
Ой, плохо. Блядь. Нас тут сейчас закрывать будут. Я его даже в лючок не пробью. Сейчас Маус сюда поедет. Он просто не видит лючок, в который можно пробивать. Шотник, кстати, на стерве там в клоуз файт поехал. Просто в упоре нагибать. Говорит, нахер мне эти ваши кусты, я так разъебу. Ладно, даже не буду пытаться. Санек, смотри, сейчас Маус будет отдаваться, нам надо его разменять. Я не знаю как, у тебя тоже пробитие, как и у меня, нет? 3 раза хэвика не пробил щеку. Понял. Ну, 300 пробития, добрый вечер. Ну, у Джоу тут сложный бой. Минотавр прокатывает. Дал. Е3 едет, смотри, Санек. Просто по центру. Да я ему и бабаха. Блять, я хэвик А4 подрядчику не пробиваю. Я в тильте. Бабаха нахуй. КД. Надо их откидывать. 5 раз хэви не пробил. Все. Это не бабаха, 237. Сделанное животным, еблин. Сань, Катя, нужно перекатиться, нас прикрывать. Если, ну, если нет урона. Прикатываю. Вот прям пизда. Просто 0 скилла. Скилла мало, блять. Плохо выцеливаю. Я жопой откатываю. Ликви 0 урона. Тут прям пиздец ебать, хорошо. Там гриль. Вообще пизда, посмотрите. Да, я вижу. Артана, косарь давай. Хорошо. Катюх, переезжай. Прикрываю тебя. Уезжай вообще далеко-далеко. Давай. Я к тебе уеду далеко-далеко. От Мауса будем играть еще как-то. Знаете, ребят... А давай просто возьмем с тобой и уедем далеко-далеко. Он минотаврик. И будет нам хорошо-хорошо. Корми его дерьмом. И будет там много урона. И союзники хорошие, и противники раки. Знаете, ребят, просто иногда хочется уехать далеко-далеко. А не вот это вот все. Не про... А лучшие потушили пацанов. Бля, может вернуться мне? Да, вернись. Там далеко-далеко это есть земля. Идея. Ты не поверишь, там Новый год. Знатно. Я, два наверное, вернусь год. Все-таки. А вы на кемпе чисто. Дурачков. Тут Маус молодец. Блять, походу что-то знает. Того, чего не знаем мы. Там далеко-далеко ликви из кустов ебят. Там дома, бабка, там блядь. Столько дома. Хэвика, хорош собирайте, так выдыхать, точка, 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 просто блядь, трэш. Понял. Уши в шоке. Просто трэш. Ладно. Сори, я микрофон пиздец, выдыхал, да? Пиздец, как они нахуй лопают. Найс, бою, Джо, конечно. Сори. А ты слышал, что он сказал? Ликвидатор в тильте. Что он сказал? Корми его. Не-не-не. Он говорит, Ликви, уезжай далеко-далеко. И я тоже уеду с тобой далеко-далеко. Я пока тут поразвлекаюсь. Довольно по-доброму. Бля, это так поэтично было. А, я в 705-го буду. Стойте. Там у реквитит, да, наверное, жесткий? Ах, тебе... Уже сказал я в тильте. Еби-еби, ладно. Да, он хэвика раз 5 не пробил. Как будто можешь. И умер в итоге с 400. Ну что, надо хп разменивать свои быстрее. Ладно, всё. Ясненько. Кончилось мясо. Нравится мне играть в эту хуйню помойную. Тура-ту-тура, 6 очков, шотник нормально вроде все. Да, шутник на 5 кайчей сыграл, сейчас на стерва. Ой, малиновка под стерву. У меня полтора каурона. Ебать, и 3 ЕСОТых взводных, господи. Господи, господи, господи. Шотник сейчас 10 кадров, я сейчас буду за шотника смотреть катку. Ты меня заинтриговал, пипец. Блин, там 3 ЕСОТых малиновка. Он на стерве. Не-не-не, там краешек у тебя. Пиксель. Да, блин, резко, если досмотреть. Бы другой, то все, это вообще развал он был. Он меня да? подсветил, стоит. А, сейчас быстрее досмотрим. Что? Кажется, да. У них мантикора вот тут. Окей, я за ней еду. А, СТБ сзади, фуловый. Понял, разворачиваюсь. Джоф, остановись, Юбище, нет, все, 2К плюс есть уже. СТБ, походу, АФК там у Джова в бою. Ну а чё не фугас-то? Чё не фугас? Кстати, он гриля как-то добил. В какой-то катке тоже добивал, и фугас не перезаряжал. Сейчас, ребят, сейчас досмотрим, сколько шотник даст, ой, сколько Джов даст. И потом включу шотника. Там бортами ФА-215 катается, ну, все как положено. Там только что ФА-215 был, шотник уже 2000 дал. А вон он, вон он, вон он, приятный. Смотри сама.
Просто катается, давай сейчас, пока Джов доигрывает. Работаем мантикору, я за. Пошла уже жара. Тут пошел на стрел. Похуй на арту, у арты там мало хп. Я еду за мантикору. Я за артой еду, я первый буду. Все, забей хуй на нее. Ну, короче, у Джова тут все понятно, в принципе. Тут уже стадия добивания, я потом скажу, сколько у него урона было. Дай шотника смотреть. Надо реально такая карта. Что у нас? Я прогноз... А, давай я сейчас я посмотрю. Ну, их я прогноз закрою. Теперь бачат. Джов, Эль Халуф, 2950 он дал. Арту добил. Наверное. Да. Леопард на полке там. 2950, и давай сколько шотник настреляет. Я МХ, да? Да-да-да. Сделал ставку, сколько шотник настреляет. А, да. Все, там бой закончился. На 12к победа. Я какой-то попуск пока что. Так сядь на гору. Блять, стрельцы пробить. Не, зачем на гору? Там, блядь, 3 ЕС, наоборот, надо их запустить. Самая-самая подалька. Заедешь на 7-8, постреляешь бату в кусты, нормально. Там есть чем позаниматься. Слушай, а я не свечусь пока что, бат. Нормально фугасом закинул. Где там этот Мне кажется, шотник сейчас десятку может дать. Ну, есть ощущение, что шотник реально десятку может дать. Дальняк видно. А вот это вот качание стервы туда-сюда, это пипец. Как уж на сковородке, блядь. Есотые не светились еще три. Блять. Там 261 на ББшку. Три есотых еще не светились. Я забыл гладко два раза. Я в У тебя нормально, у тебя это эксперименталка стоит. Нет, тут, короче, сейчас спичка сольется, сантиметр встанет на подсвет, а шотник будет из кустов наяривать. У них 3 ЕС не светятся. Зажралась. Раньше вообще ремка была одноразовая, женщина. Не, раз катка снялся, все, стоишь дальше. Остались танкист. Или союзники похоронят этих ЕС, тоже вариант. Блять, может на гору к вам ехать, пиздить их. Блять, ну сотка прям... Оп, твою, слушай, тут мечта некий твоя, это... Я разворачиваюсь, я не буду даже здесь драться. По борта постреляю и все. Ну, тут надеемся на то, что у шотника реально вся команда сольется. А там 3-89 против Джова на затерянном городе. Там, я думаю, поинтереснее будет. Ебать. Вот это рандом, одному 3 ЕС, другому 3-279. Типа там один клан, сейчас поедут вкатывать кого-то. Тебе не надо агрессивно на 30 бай играть, нужен сам. Я не агрессивно, мне дала арта и чел вот отсюда. Я ни одной тычки не получил, танков с горы. Блять, ёбрик, как назло поехал и снялся. Ёб там просто. Раньше-то никак не мог. Блять, ну осел в ноябре сейчас сдохнет, и вообще не смешно будет. А, блять, сдохнет. Нахуй он это поехал делать, ладно. Может, за артой проедет, кстати, ебр. Может, доедет до арты. Блять, там ебр вообще отжигает у нас. А что там по ЕСОТам? Непонятно. Угу. Пристрелили дурачка. Его ограничение 20 сек, не знаю. Поставил 5 секунд. Не. Что, у вас там нормально все? Джов сейчас орать это будет. Сейчас, пока шотник, подожди, пока у шотника такая стадия боя, все, ему пизда. Я уже откатываю, я понимаю, чем ему это пизда. Такими писюнами. Какая же ему пизда, ему союзник не даст откатить. Нам меня ебут в жопу. Ну, пока... Еще не ебут, сейчас уже будут. Пока да. А ну у шотника там пока гору хоронят. Говноедов игра минских. Один ЕС-ый уже... А, 2 ЕС-ых уже сдохли. 2 ЕС-ых уже сдохли. Не, у шотника не настрельная катка, скорее всего. А, да. Да, дружочек, да. Да, а я влечу куда? Это тебе, блядь, не хэви, нахуй, который 5 из 5 кумули жрет, блядь. На похуй.
Шотника там ебар, ребят, у них какой-то ебар скилловый. Хорошо, встал. Катюх, ты их кормишь, да, дурачков? Ай, ты моя хорошая. Рикошет, понял, блядь. Блять, он закатил, короче. Я ничего... Блять. Я его фармлю. Давай, давай. Давай, моя хорошая, еби его. Только ты можешь. Больше никто не может. Мы, блять, нахуй тут бессильны. Дал еще плюху. Дураку. Молодец. Ух ты, блять, у нас типы тут приехали. Нормально пробивает. Шотник там очень рискует, по-моему, ему сейчас пизда. Да, шотнику пизда. Потанкуй, б... А, он, блядь, умер, ебать. А. Откати, откати. Откатываю, давай, на тебя. Отлично, давай дебила убили. Или нет, блядь, у шотника сложная катка, тоже надо тащить. Ладно, давай, сюда. Я туда-сюда прыгаю, но... Хорошо. Они, им надо тащить. Я шотник пошел. Может, надо ебра убить. Самое важное. Найс. Убьют ребра, будут шансы хорошие на победу. Пору надо отдефить, если получится. А надо просто ёбрика снять, и все, и заебись будет. ПЗшка едет. Сотка, сотка. Сотку вижу. Сотку рви. Так, а точек клял. Не залетает. Очень приятный. Блять, как же ПЗшка охуела. Не вижу вообще вазика. Терпите. Рви, рви соту, пожалуйста. Я рву, рву. Да порвет, порвет, все нормально. Просто угол очень маленький, плохой. Хорошо. Да еблан, блять! Извиняюсь. Упал. Ебар ваншотный там уже. Ты не стреляешь, блять, надеюсь? А нахуя ты стрельнул? Ты не светился. Ты светился. Играем, играем. Блять, что это за... играет на ВЗ. Блять, сосредоточься и все. Прям сосредоточься, Никита. В прямом, потому что ты горишь и начинаешь хуево играть. На стыду горишь двоих, такое ощущение. Я горю от того, что тычки, блядь, не летят в центр и все. Это максимум. Сейчас я ЮДЕСа пойду ебну. Давай. Вот сюда подожмусь к этой. Подзакрою его. Просто не чекайся, не чекайся. Типа самое не важное. Чекайся. А можешь выше зайти? Так и зайди на я могу, выше. Да, просто я... Бля, там тоже выше. Катка, блядь, обе катки интересные, пипец. Грилёчка, я буду гриля. Не светится, Никита? Вроде не светится. Арту, арту можешь. Да. Ага. Это добивай. Фугас был. Базик, сейчас тебе жопой, к тебе жопой, иди убивай его. Сейчас. И все, он КД. Я просто очень боюсь арту, потому что она без... Все, все, играй, играй. Я тебе одну дам. Хорош, растащили. Шотник 6600, если без блайндов. Не пар... ...ждать. Разменяю до 6800. Могут. Ладно, ждем, это еще можно выиграть. У нас, кстати, у нас буст 5000 хп. Это мы выигрываем, по идее. Так надо побольше урона дать. Там ебар какую-то хуйню делает. Ебар сдох от 50 б бой на 19к, если без блайндов. Как будто надо. Ран откатил. Отлично, лучшее. Я правда чекнулся. Уходите с этой позиции. Пятый алкаш просто летит вперед. Нормально он закидывает, блядь, с тряской. Подзакрываем их. Давай, нимфочка, подзакрываем. Все, я просто вперед лечу на похуй. У них тут танков не осталось. Нимфочка. Вперед. Сейчас скажу поставки. Крана чекнул. Че дал шотник? Лучшее. Шотник, корвило. Шотник, да, шотник. 7037 урона у Никиты. Никита идет в 5,5. Он
Ой, какая ты хорошая, молодец, молодец. Ладно, лечу дальше. Пробую крана дососать, а то у меня урона нихуя нет. Добрал, хорошо. Еще две СТ. Обе, скорее всего, накидают. А, ну вот сейчас у Шотника Берлин. Я не знаю, что он там на стерве накидает. Я пока не тороплюсь. Сложно для него. Арту, скорее всего, без меня зарежет. Сколько? Эден, спасибо большое. Нет, не долетел, нахуй. Снаряд у меня, по-моему. Глянь на авторку сантиметра. Ладно, он улыбается, как в меме Гарольд, скрывающий боль. Вот. Ну, я не буду где пока. А, там. Когда в турнире Чака надо играть не на арте. Может, успею арту. Давай, ты тоже, может, успеешь. Лучше. Нормально. Это лучше, что мы могли, блядь. Бля, взвод 2-7-9, это просто ебанина. Ну, тут уже плохо все. Уже ой, ситуация плохая. Они больше, чем 15 тысяч проигрывают. Такое за 4 боя слить сложновато. Блядь, в предыдущем бою там 5 20-ку. Отыгрывали. Бля, ну хуёво очень. У нас дело хуёво, мы летим. 2К. Ребята, я напоминаю, что мы сегодня после матчей пойдем еще тренироваться нашей командой. Ну, на завтра в 20:30 матч. Полетели дальше. Будет сложно. Боев осталось. Будет потно. Матч за вылет. Тут Костян, походу, отлетает. У меня опять выблядок на арте добил. Я там должен был хуево тучу урона. Ну, Сань, надо было... Я не знаю, что надо было. Так бывает. Все, что могу тебе сказать. Ой. Да. Взвод 2-7-9 у нас в городе был. Тоже было пиздец, как не сладко. Джофф еще нормально против этих 2-7-9 отыграл этот бой. Ну, я реально думал, что у него все будет хуже. А, что поделать. Играем, доигрываем. Доигрываем. 2-7-9 еще дико слабо. Танк не знаю, что это так это. Не, ну, грамотно... Да их там просто трое. Их трое, да. Они взводные. Да. Мне повезло просто, что у меня залетали плюхи, блядь, нереальные там в них. Просто пизда, блядь. Просто очень сильно проиграл. Тренинг будет как вчера, надеюсь, нет. Нет, ну, сегодня пораньше начинаем. По время 21, они уже почти доиграли, то есть в 22 у нас уже точно тренировка будет. Только если труп кто-то свой оставит. Ладно, я подкол заряжаю, там вроде 1.5K летит, да? Да, 1.5K у меня подкол. Да у них только один тяж адекватный. Кто тебя должен? Не должен. Они против нас, нет? А, нет. Нет. Это стрим-снайперы, ребят, это стрим-снайперы. Ребят, против нас стрим-снайперы, да. Ну, Юдас, стерва. Бэшка. Е100. Кормите ее. Ебар под вами, смотрите аккуратно. Андрей, сколько стоит посмотреть фильм с Шиксом, вдруг интересуется. Договоримся, брат, о цене договоримся. Мать, он гений. Пиздец, блядь. Не, ну с Шиксом будет дороже, чем с Настей. Если без Насти мы можем пойти по тренингу, то без Шикса уже сложновато будет. Опять стрим-снайпера. Не, это реально, вот, ребят, это не совпадение, когда ТТ, СТ и ПТ во взводе во время Чака. Скорее, это не совпадение, чем совпадение. Вот просто поверьте. Десо седьмого подсветил. Набрал этого долбоеба. Нормально, 121-го забрал. У Джо в какой-то дебильной позиции, если честно. И надо было ставку на Джо сделать, да? Ну давай уже следующие катки. Ну, стан можно было и не снимать. Шотник там каким-то образом сотка, еще 2700 накидывает. Будет, да? Вперед. На поху едет сотка по на центру. На этой городской карте. А нет, остановился. На СТ-шном фланге очень сложно. Хватит свои пальцы, не могу остановиться, нервничаю, переживаю за Костина. Понял. Хорош. Минус долбоёб. Сейчас минус второй долбоёб будет. Второго накормил. Сейчас убью его, скорее всего. Ясно, игра дебилов. Хе-хе-хе-хе-хе.
Нравится вам, когда Джоб говорит, ясная игра дебилов? 6-1 счет, да. Все проносим. А, это Лик, забавно. Я поеду танковать для тебя. Полетели. Давай. Я сейчас сам взгрустнул. Да, такой жесткий разрыв, прям капец. Да. Ну, тут надо аккуратненько, но блин, надо уже. Сотник берет серу, там Малиновка, а у них на Малиновке время, был другой став. Давай влетим ушку с бреем. Давай, давай. Я первый, я приму. Лево, развернись ты, блядь. Развернулся. У меня попадание, потому что ебанатый этот танк в балансе. Прикрою, прикрою, разворачивайся, я убью его. Чувствую это молчание. Убил, все. Мне кажется, что жоп вылетает. Давай, давай сотку. Походу. Сюда, он сюда ебалом, он отстрелялся. Иди, блядь. Это не он отстрелялся, Кость. Понятно. Блять, понял. Я бы его трахать. Да. И там у Ликви уже все конечное. Еще бронирует баньку какую-нибудь. После стрима еще полетит сразу. Шотник, походу, вчера пиво пил. Ну, походу, блядь, немало он выпил вчера. Какие же у нас хуёвые бои, друзья. Это грустно. Блядь, 14к ведём. Ну, в смысле, патч. Шотник 4к дал на городской карте. Спичка 5600 и 5 фрагов. 9к за победу, пизда. 18500. Ну, да. Это да. Это всё. Блять, ну так хотел за Костеда еще поболеть в этой войне. Так хотелось, чтобы Костян еще поиграл в этом турнире. Это да. Ну ничего, там левша, еще в винерах, да, минимум 2 матча сыграют точно. 14, 16, больше 20 тысяч разрыв, 25 тысяч, наверное, очков разрыв. Друзья, ну я сейчас смотрю очки опять, обоссаны рудники. Ну это, скорее всего, ребят, я не тильтер, но это конечно, ребят, да, у нас очень хуёвый. У них бой еще на 18к. Ребят, к сожалению, это для нас конечное, мы выбываем из турнира, увы. Увы. Костян, раньше времени нельзя. Ну, да, три боя подряд на 5 тысяч никто не отменял. Я на воду поеду. Это, ну, это рандом, эта игра может да, преподнести, ребят, у нас любой сюрприз. Три боя, мы 2.5к не отыграем, поэтому всем спасибо, кто я за нас сказал, болел. Я бы сказал, куда ехать надо. Вот, но это конечное. Не буду. Да мы уже приехали. Да, ребят, мы, к сожалению, уже приехали. Мы за три боя 2.5 тысячи среднего не отыграем. Увы. Надежда только на то, что они обосрутся. Но не, ну, шанс можем... очень-очень маленький. Не, давайте играть на максимум, на самом деле. Есть маленький шанс, что они могут тоже сыграть пару боев по 6. А ставка давай, сколько Костя настреляет. Ну, конечно, до конца в любом случае доигрываем. Да, давайте. А то будет обидно, если мы не доиграем, и они такие обосрутся, понимаете? Дал по долбоебу. Все, он умер там. А такое было, у кого-то обсерные бои пошли, а там просто команда не доиграла. Если бы они доиграли там на свой уровень... По-моему, даже это со мной сука, было. Сука, дура, блядь. На 62-ке. Или не со мной. Давай, Костянчик, наваливай. Уже косарь есть. Грань, ты видишь это? Под пальчиком. Сань, на, Сань, нахуй. Ну, не гори. Ну, в смысле, во всех смыслах не гори. Отъедь. Ну, во всех смыслах не гори. Не гори, ладно. Это лучшая поддержка от союзника. Да, от созвонника. Да, 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 меня да, подожди. Да, да. Убили ну, ты его, не гори. Хорошо. Отъедь на кемпу. У нас на кемпе никого нет. Жесть просто. Отъедь на кемпу. Ты же можешь сейчас пока отъедь. А смысл мы их поджали? Не знаю, блядь. Ну просто, блядь, засейви нам что-то там. Я сейчас проеду на горку. Меня все равно тут нихуя не пробьют. Это залупа, блядь, леоновская. Да, блядь, ты проезжай или не проезжай, блядь, сука. Помоги мне. Блядь, сука. Мне там не отстает ничего? Вроде нет. Взорвали, типа. Ага. Доигрываем, доигрываем. Боже, тебе лоет нахуй.
заберет сейчас. Ёбок нахуй на 8-7. Ладно, я свешиваюсь, ебу в деревню. Союзник не пробивает, уёбок. Союзник пробивает, уёбок. Я хуй его знаю, братан, что они там могут. Иди отсюда. Я буду пытаться их сейчас трахать. Если только меня не трахнут. У меня рентгенит. Епят. Ну, чел, пиксель въебывает, хантер циферки. Блядь, чё ж у меня игра так попускает сегодня жестко, блядь. Пиздец вообще. Да ты конченая дура, блядь. Блядь, ну как вот без меня выигрывать бои? Ну, блядь, ёбаный рот. Никак, нахуй. Очки набивает. Просто пиздец. Ты заебал, блядь, ебанина нахуй на леопарде, блядь. Дура, сука, ебучая, блядь. Чё ты, блядь, тут, сука, быкуешь, блядь? Мощница, блядь, нахуй. Чё ты тут, сука, быкуешь, нахуй? Попущенный. Так. Ничего не сделано. Бля, сука, не гори. Че ты, сука, быкуешь, блядь? Че ты, сука, ебаная? Давай, уебок, блядь. Поживи, поживи. Че ты, блядь, сука? Изменится, я хуй его знает, хоть что-то в этой ебаной жизни. А, Кать, можем еще слить. Живи, хорошо? Можем, можем, да. Еще можем отсосать писюнов. У нас 2к всего лишь преимущество. Сука, хуйню сделал. Бля, как же у меня летит, блять. Как же у меня нахуй летит. Четко нахуй в пиксель. Конь откатился. Как будто можешь подразыграть. Надо вот ты, чтобы ты вот этого долбоеба закрыла. Он меня целит. А, отец. А, он тебя целит? Да, скорее всего. Бля, ну я-то его. А вот он. Дура, дура, летит. Как будто надо за ним поехать. Сыкнуть ему на лицо, блять. На монитор, Костян, на монитор надо. Чё, блять, помойка на фаче. Помойка на фаче засветилась. Да ну ж, минуту, наверное, светится. Зри, 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 блядь, целится. А, сука, получилось. Чит ты нахуй, пидор. Чё ты, сука. Блядь, блядь, Ликви, не тиктуй, нормальный бой, смотри, блядь, нахуй, а. В 11к, блядь. Люблю вас. Да. Не надо нас любить, блядь, люби врагов, да пожёстче. Блядь, ну ладно, вот я рискую, блядь, но похуй. Вот это было хорошо. Блядь, я надеюсь, не обосрусь сейчас. Блядь, как будто обосрусь, да? Блядь, как будто он едет на меня. Слишком, да, часто все начали говорить как будто. Я слишком, на кемпу как, еду, как будто, блядь, слишком часто начали. Ах ты, блядь, опоссанная дура, блядь, с тобой рядом стерва, сука. Ладно, я 5к дал нормально. Не, ну бой на 15к, ребят, ну надо доигрывать последние бои до конца. Вдруг у нас 20к будет, а у них пару боев по 6. Костян, будет обидно, 5к чуваки. Давайте доигрывать, давайте. Легенда. Да мы доигрываем, не трогай Саню. Дай ему погореть спокойно. А мне его не давали спокойно погореть. Так ты неспокойно горишь, потому что. Блядь, а Саня спокойно, да? Да, он молчит, сидит. Окей, хорошо. Нормально. Что там мы дали хорошее? Бля, блять, у меня такие шоты на этом дерьмотанке залетали. Бля, дай Йоха возьму, Джоф, нахуй. Ну давай. Взять на эту хуйню, поиграй. Хорошо. Ну у меня на Йохе 3400, да. Нормально. А, подожди, у меня этого танка нет. Мне надо его купить, что ли, или как? Выкупить должен его? Быть, дядь. Нет, должен быть. Я извиняюсь, подожди, сейчас. У меня все танки 10-го? Мы дико извиняемся. Извините, нет, у меня стебли не были отмечены, да, есть. Сейчас, подожди, я прокачаю. А расскажите мне, у меня есть потеря кадров? Тебя, наверное, несмысл спрашивают, да, что у него качают там? Откуда а? Мы знаем? А чё? Ой. Он критуется? Ну, да, я вот сгорел. Ты же сама это видишь. Понял. Кстати, а тут что?
Не туда. Ну, шотника там неинтересно уже. Через плагины тебе стрим, то там не видно. Есть потери, которые... Скорость назад нужна, ты не основной. Я смотрю через статистику. У меня... Я просто через видюху стрим запустила. Сейчас подойду. Показывает 0.9. Потерю кадров. ДПМ? Не, наверное, время кругосведения. Не так. ДПМ у него и так ебейший. Было. Короче, нормально вроде. Из видеокарт. Но мне нахуй не помогло. И тут скорость сведения тоже поставлю. Это бой надо запускать. Двигателя. Чё на него? Стаб, вентиль и досел, правильно? Боновые. Чтоб 4К сделать. ДПМчик. Сейчас Джофф показывать будет. Жёстко. Стаб, вентиль, досел на это. Прикинь, Лики перестреляет на 30Б. Будь я, да. Пока что у него... У Джо, по-моему, 3500, и у Ликви столько же, в общем. Посмотри, у Джо 3600, у Ликви 3390. Да. Сильно. Блядь, у меня не та пушка, по-моему, ебаный сыр. Да. Ну, стоковая нужна, да. На самом деле, даже если у Ликви было бы там... Я попробую, это она огромная. Их разница слишком большая. Судя по среднему, тащит команду Джо, а Ликви надо в третью, кто бы мог подумать. Машотника до сих пор 5400. Но если пятерка, то получается у них 15500 было бы. Ну да. Помню, в 2016 он меня чуть в цеху на заводе не повел, когда узнали, что я скачал мэтпак Java. Да что-то они сетит тут же первую сборку. Там они же проиграли этой же команде. И 6000. Хухухухух, бля. Это пиздец. А вторая сборка с копами, она без стаба? Или соп, ну, стаб нужен? Или, ну, думаете? Да поставь. Вообще без стаба, типа вентиль. Не, смотри, туда, если, туда, если туда сборка для Прохоровки, мне стаб, копы и досел, правильно? Да. Окей. Просто можно было вместо стаба поставить эту самую оптику боновую. Ну тогда бы я вообще стрелять не мог бы. Ну ладно, я так сделаю. Чисто для Прохоровки. Вдруг мы сейчас попадем на нее. Но я готов, типа. Давай, давай. 4200 ДПМ, а сейчас будем реализовывать. Бля, я вообще хуй знает. Второй раз в жизни на этом танке играю. Ау, слышали коленку? Наверное, оно и к лучшему, да? Секунду. Осуждаю такой хруст. Что такое копы? Менты в США, блядь. Смешно. А почему это смешно? Только настреляет Джов, делаю ставочку, господа. Удачи, Костя. Чего? Удачи. Ну а что поделать? Ну, осталось три боя, господи. До сосуда страдаю как-нибудь. Сейчас по центру откидаюсь, там посмотрим. Ты, Сань, прям туда поедешь? Да. Но я просто откидаю, не буду заезжать. Угу. А, Сань, если что, я к тебе приеду. Давай, братец. В Нижние Лютики? Да, в Нижние Лютики. Мне нравится настроение. Коровы ждут уже. Мне, блядь, нравится настроение Ликви, блядь. Давай, брат, с удачи, Фредичка, да. Да ты если переедешь, ты охуеешь. Нахуй лучше в Москве сидеть, кайфовать, блядь. 300 пробития, 1000. А, печальный танк. Ладно. Некликабельная ставка? Я не знаю, что это за хуйня. Давай еще раз. Еще раз нажал. Такое бывает, какой-то баг. Прогноз лагает, да-да-да, залагал. Нормально, у нас ЛТшка дала по цвету, одобряемо. Обновил. Долбоёбы занимают, откидываю. А хорошо, один долбоёб не займет, видимо. Ебать. Блять, можно убрать эту хуету? Ебать, у Санька Амазон. Саня, я прошу, отключи нахуй донаты. Я тебе, блядь, уже третью капсулу. Третью сессию. Пиздец, блядь. Я пытаюсь выцелить, эта хуйня у меня играет. Это смешно. Короче, запустила через видеокарту, да, все норм. Типа, все идеально работает. И FPS не проседает, еще все шикарно. Да, у нас он про гетто туда прожимает, я не успел по вам не кидать.
А, она осталась там. Вот ЛТ. Вот ЛТ, смотри. Красивый стоит. А, ну у нас прога сейчас умрет, да? Кормлю ЛТ. И подсветить. Сейчас. Я вам клянусь, сейчас Джов перестреляет ликвидатора на 30 бэй, и вы поймете, что такое игра в тильте. Когда у тебя там что-то не сложилось, и дальше у тебя продолжает не складываться, и ты еще горишь, и еще хуже играешь. А у вас... Костян, блядь, вроде особо не горит, и сейчас, блядь, на 30 бэй в итоге выдаст. Я лечу. Бля, меня, правда, концепт будет срак, возможно, ебать. А, его сотка уже кормит. Его сотка кормит, его сотка кормит. Вы его обоссали, отлично. Тополяк стоит, очкует, лошпед, блять. У нас долбоёб упал. Блять, я его не вижу. У вас там все плохо или нет? Нормально, нормально. Окей. Прога, прога молодец. Похвалил союзника, ребят. Похвалил союзника. Да, это может быть хороший бой, друзья. Давайте доигрывать. Слушай, сядь, поверху давай вдвоем. Да, заезжай. Заезжай сверху вот сюда и рви 277. Жопу. Понял, принял. Только если что, прикройся, не развернуться на меня. А, хорошо, да. Дружище? Не должны. Не должны, по идее, да. Видишь его, да? Да. Две дал. Как он ебашит, как он ебашит. Нет, сейчас был КД. Он еще дал, по-моему, да? Да-да-да, вот сейчас он КД, вот сейчас он КД. Я его не вижу. Блять. Вижу, дал. Вытолкал. Сейчас, блять, лучше. Блять, и сам ебет, еще поддерживает, господи. А это все похороны, они реально так играют вообще? Ну уже нет. Ну, 2500 очков нет. Блять, ну мудак, блять, сядь, можешь это? Тебе лезет. А, да, 2500. Да, да, пизда, пизда, мне еще. Давай, я ему тычку дам, я ему тычку сейчас дам. Блять, он от меня уезжает. А похуй, еду, давайте ему тычку. Блять, добирай. Вот че. Там стерва стоит наверху, не поднимайся, я сейчас спущусь, сзади мы убьем. Окей. Лучше. Блядь, не успел. Да, ТПшки, говорят, пусть лучше. Поляк там конец стерву. Там стерва. Вот эта проститутка. Блять, она прям стоит охуенно. Да, она очень хорошо стоит. Не бля, повлияла она опять. Она сейчас убьет тебя, блять. Уходи. Не, она в сейве. А, она в сейве уже, я понял. Угу. 10к, давайте доигрывать. Блять, меня стерва покормила, конечно, неприятно говном. КД. Ну, она еще перезарядится в любом случае. Но была он КД. Едет. Фуловый еблан. Да-да-да-да. Но справа нельзя заходить, там бабах, бабахи. А, перед тобой. Блять, я тоже на нее не могу выйти, у меня горшок нахуй. Ебать, как он с этой тряской попадает. Сорян. Сорян, аж за что сорян? Костя, ты ебешь, ничего не сделал плохого. Все отлично. Только вот сближаться не надо, Фор сейчас еще тебя ебнет. Ой, бля, сейчас прилетит пиздюль. Ага. Видишь, Ликви... Господи, блядь, Катюш, давай досасывай там все. Ликви умер. Джов такой, сорян. Он, понимаешь, он чувствует ответственность за всю команду. Если Ликви сыграл плохо, Джов это берет на себя, берет ответственность на себя. Что за тиммейт, блядь, чудесный. А бабаху сейчас будут ебать. Засосал. Мне кажется, или сейчас у ликвидатора вдвойне сгорит, но... потому что Джов, ну, тут 5000 бои делал. Джов вообще, ну все равно, на чем ебашить. Он свои очки выдает на всем. Я говорю, стабильно в 3700 отыграл, стабильно опять в 3700 отыгрывает даже больше. Стабильно во вторую корзину летит. Андрю, знаешь, что я подумал, кстати? Ау. Нужно Джова из третьей корзины во вторую?
Она с Ликвис первой тоже во вторую. Фига вы, конечно, хитро придумали. Норм. Думаешь, на уровне отыгрываете? Да, погоди-ка. Так, не факт, что дотягиваем, но как бы хотя бы одной корзине теперь будем. Ну да, разрыв слишком большой по корзинам у вас. Должен быть поменьше явно. Да. Полетели. Костя, за себя и за Сашку ебаши. Давай разрыв еще разок. 1900. Много осталось. Да, им бы еще бы в 10 накинуть сверху. И чтоб другая команда вообще не играла, а они... Да, да, может быть и камбэк. О, ну тут сейчас хуйцов пососу на Берлинчике. Классно. Катюх, какие идеи у тебя? Сейчас он еще на Берлине 1005 даст. Я вообще не удивлюсь. Калинию. Да, давай вдвоем туда. Попробуешь потанковать. Давай. И в этом смешно шотника пробивают на ходу деды. Просто из теми 260-е едут, поджимают на ходу два пробития. Бац-бац. Вот он. Двоечку чисто. Вот он. Спасибо. Не за что. Ебать, у них взвод, блядь. Саш, ты должен там всех убивать, этих лохов. Там брони как бы... Ну, в башне нет, но так можно. Уебать. Как заебали эти, блядь, ликвидаторы донаты, блядь, это просто пизда нахуй. Вот нельзя, да, их скипнуть нахуй после стрима. Говорит Костя, у которого кальян, блядь, бурлил два чака подряд. Дарт Вейдер, помню это. Кать, я агрессивно пробую поджимать. Окей. Может, я что же сосать стоять не буду. Да, да, но тебе вообще тут надо пытаться вытанковывать что-то. Это делать, наверное. Я жду тебя. Как будто можно проехать. Я вообще, честно говоря, на СТ тут редко играю. Долбоеба нашел. Фантастика. А, концепт на меня едет. Блять, не знаю, хуйню я сделал. Боже, какие конченые, блядь. Кто? Кто конченый ты? Я хочу понять. Ему вообще не важно, что говорить, ему главное оскорблять хоть что-то. Надо этого дебила по ДПМу закрывать. Какие конченые? Кто? Я не понял, кто конченые сейчас-то были. Нормально, нормально, нормально. Тиммейты в чаке попали. Бля, что ж такой попуск сегодня? Блядь, Саныч, спасибо было, большое. Ребят, рандома нахуй. Джофф, это нахуй. Вторая конзина пора. Прикольно, Ликвид боёк. У Ликвид заебись. А, да, все, он уже. Джофф концепта три раза в упор не пробил. Я в ахуе от этого. Ну не зря Страйк говорил, что там броня есть. Я только что три раза подряд концепта не пробил. Это нормы вообще? Нормально. Блядь, я просто не понимаю, откуда у него броня. Блять, уползла дура, нахуй. Это какой-то дичь. Мне кажется, это антирекорд у Джоу сейчас будет. Не, ну если мы сейчас сольемся вот с таким количеством очков, то мы побьем рекорд. Ну, антирекорд. Да, наверное, сольемся. Я тут все хуи собрал. Да, наверное, сольемся и поехал вперед. Не все, я отвечу. Сейчас еще под кобру выставится. Да иди нахуй, Света. Кобра пробьет. Да, кобра на боку. Кобра на бок легла. Давай, давай, фарми. Сейчас 90-тик подпал, выйдет, даст ему. Баки не починил. Баки, да, не критованные. Да что ты, сука, делаешь? И опять Джо всех тащит вверх. Я вдофернусь. Давай, давай. Может, смогу собрать. Давай, давай не ставить антирекорды, блядь. Ну мы близки к этому, конечно. Мы к этому близки. Слушай, я, пожалуй, тоже к тебе уеду, если получится, конечно, если меня не высветят.
Да, я смог уехать. Да, блядь, сильные катки. Ну, у шотника тоже херовый бой. Хороший танк. Но не настолько. Не, именно у шотника, как обычно, бой да, стабильно да, хороший. Шотник нормально. Сантиметр там что-то. Еще без понятия, что тут делать. Короче, сантиметр сегодня на уровне Лика играет, да, примерно? Ну, даже чуть похуже вроде. Но у него за первые, сколько там, 7 каток было меньше двух. А, да? 1900. Среднего было. За 7 каток на К-91. Так, ладно. При этом у Ликви 4,5 было на К-91 за те же 7 каток. Да. Вы бы знали, как я боялась блядь. Вот так на 2К отыграть. На СТ-шках. Посмотри моего пазика, Ален, и СТ-2. Лучше. И не бойся. А чё у вас, почему решили, что не ты катаешь на тайпе, а сисик? А я вообще на тайпе ничего не выдала. Специально? Чтобы не катать на нём на матче? Нет, я любила тайпа раньше, понимаешь? Я хотела его забрать, если просто меня все, просто меня все на нём трахают. Я не могу выставиться и, соответственно, либо умираю. Есть попадание. Отлично. Вот, либо просто не даю урон, потому что сейвлюсь. Каждый жёлтый опять, да, опять это мясо Вазик. Вытаскивает. Санти рекорда в этот раз вытащил. Ай, блять. Блять, какое же ведро большое у этого танка. Не, нормально, 6К это не антирекорд. Шотник 5. Ну да, тут уже 300 с чем-то отыграл, да? 5000 на стерве среднего. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, ребят, последний бой, и этот позор закончится рандомный. Давайте доигрываем. Дядя Стас, здравствуйте. Максимум. Здравствуйте, дядя Стас. В чате уважаемый человек, ну-ка всем это. Я согласен. Че там? Уважение в чат проявите, вы тут. Тут я даже не спорю. На СТБ я бы намного... Уважаемые люди приходят. Морковки там накидайте человеку. Работает, я концепта пятого под калиберами 3 раза в лоб не пробил. Ну просто, там же нет брони особо, понять не могу. Да. Морковочки человеку накидайте, блин, вот за здравие. Рандомных. Игра шлюх и воров, я бы даже не, так... игра хорошая. Не, игра шлюх и воров. Блядь, господи, Джоф, это невозможно. Долбоёб на Йохе конченый, да, играет? А чё он сказал? Игра шлюх и воров. Ничего, бывает. Это он про свою команду? 2,5. Разъебался. 2,5. Я разъебывался. Он, блядь. Бывает. О, давай, кто больше настреляет, Ликви, Нимфа или Джов? Сталинград. Мне что-то кажется, что сейчас... Сталинград. Что сейчас это нормальная ставочка. Всё, надо вот на этой карте тоже въебать 15-й бой классный. Кто больше настреляет... Кто блядь, больше настреляет урона? Своими донатами, голосовыми. Ликви. Можешь после сессии всегда чекать. Джов. Какие донаты? Голосовые свои донаты, блядь, эти ебучие, которые к нам в эфир попадают. А что, ты слышишь, блядь? Конечно, я все слышу. По 5 раз за стрим с тобой. По 5, по 7 раз. Музыка. Ты просто куча. Завидуешь, что... Все, отставить морковь, делаем ставки, господа. Делаем ставки. Я, блядь, на заставе, блядь, целюсь, блядь, тут это ебаное ай мне в голове. Нахуй оно мне надо, блядь? Бади. Блин, ну я бы сказал, а, значит, ну ладно, не буду. Хорошо, Джов, обязательно сделаю после стрима, обещаю тебе. Да после стрима уже не надо, мы уже отыграли. На рандомных писюнах. Я все равно сделаю. Не, ну просто ты же, блядь, во взводе не играешь. Редко играешь, потом когда взвод играешь, можно, блядь, как-то их потише, что ли. Так, ладно, полетели. Я хуй его знает, куда тут ехать, я так... Блин, может... Не, ну надо, надо как бы, наверное... Блядь. Надо как будто тут, наверное, что там у нас так танков дохуя. Мне будет сложно тут ДПМить. Так, все это можно убирать. Давай, я тебя, Саша, сыграю. И надо было прогноз ставить, сколько Джоф режется раз с собой. Всё, я жду. Ну, тут, так, сейчас я посчитаю, сколько им надо. Им надо 50 тысяч примерно. Ага. Ну, сейчас сделаю, всё нормально.
Ирим, еще 5 боев добавить, если нормально. 5250 шотник ладно, отыграл, 3800 спичка, 2400 сантиметр. 2800 очков. Поехал пушить на 30 боя. Нормуль. ДПМ реализовывать будет сейчас. Кто-то меня чекнул. Нахуй под калибр зарядил. Там ликви еще сзади стоит. Ну что, ребят? Да, Кость, не спойлери, подожди, не спойлери. Кость, не спойлери, пожалуйста. Сейчас. А что не спойлерить? Ну что, мы хотим катку досмотреть последнюю. Нет, досматривайте, нет, там хорошая катка, мне понравилась. Идущие нахуй с этого турнира приветствуют вас, Клумба, привет. Дай я тебя обниму, Клумбич. I feel давай, я тяну руку. I know what you feel, бро. Да можно выходить вдвоем, в принципе, пиздить? На этом как бы... Всё. Ну, ждем следующий не, турнир Чака, получается. Я не пробиваю этот танк. Но ты во вторую корзину идешь. Ну, я неплохо отыграл, да. Ну, как неплохо? 3200, 3400, 3700. Не выезжай больше. Точно, не вторая корзина, но уверенная третья. Там реально баджер стоит в неудобной позиции. Нам еще у нас ребята, конечно, всем привет. Счет. Привет, Настя. Привет. Я не знаю, кто так. Да, сейчас поздравляю. Кличка, поздравляю тебя, молодцы. Спасибо, спасибо. Наконец-то я тебя выиграла. Каждую группу попадаемся. Ну, ты меня не выиграла, Настя, ты меня выебала. Давай будем называть вещи своими именами. У нас, ребята... Джофф, я иду за тобой. Да, тут дело не в этом. У нас у ребят игра не пошла, к сожалению. Ну, у Ликви 300 на этом, этих говнотанках. Там Настя как бы 4500 отыграла, Джофф 400. Не такая большая разница, так что не так уж и выебала. Костян, нормально, держишься еще. Не, подожди, у меня общая... 400 по очкам. А, по очкам. Я по урону смотрю, у меня 3500. По урону. По очкам фраги что же решают. Что там, блядь, у меня там две катки заруинила себе на жемчужке. Ну там Никита что-то охуел сегодня, по-моему. Да, Никита, ты вчера пивко пил? Я выдал 5200, это как бы на 2000 больше, чем у Санечка, к сожалению. Бля, причем он выбыл... На таких танках ебаных кустовых это просто пиздец. Где столько урона находил на стерве, я хуй его знаю. Там малиновка хорошая была. У нас малиновка и была, блядь, на 10. Кость, ну там гадик, посмотри на стриме, нормально. Уйди ты нахуй. Никита, если бы проебал бы, не пришел бы в ТС-ку, да? Да, убежал бы в отель плакать, нахуй. Ладно, поздравим Никитку, молодец. Ничего, следующей стадии вылетит нахуй. Молодцы, молодцы. Ну мы можем подожди, переживать, мы против себя у нас заиграем? Следующий старт. Ну если мы выиграем, то да. Ну что, там снова СТРВшка будет? Я на самом деле, вы видели бой против взвода 279? Как у меня там летело нахуй в пикселя? Это просто пиздец. На Йохе. На Йохе с 315 пробития. Да, по 279 это жестко. Да, блядь. И последний бой... Ну, я видел, ты там немножко закручивал в сторону брони, знаешь, как нормализацию делал дополнительно. А на рудниках как летело, я 5к выстрел на этом дерьме, блядь, тоже пиздец. Ля, Джофф, ну что это за легенда, это как вообще? Это пиздец. Легенда, блядь, как сказать, толчка нахуй, мы вылетели, толчок. Ну ебать, но все равно ты как бы отыграл, нихуя себе как, блин. Ну да. Бля, танки такие... Тренница, наверное, была больше, я хуй его знаю. Сколько дал? Хотя у нас рандом странный был очень, конечно. У нас были, блядь, несколько боев по 10к. Победы по 10к. Ликви, Нимфа, Джофф. Ликви 3000, Нимфа 3500, Джофф 2800. Нимфа больше всего дала. Катя захотела стерву. Блядь. Ликви 300, Нимфа 300, Джофф 3500. Первая корзина, мем. Костя. Да. Не, ну у вас, блядь, тоже, блядь, 2400, блядь, говноед выдал, конечно. Вы, конечно, его вытащили за уши, блядь. Осуждаю. Ну, блядь, ну он арте играет, он говноед. Да все мы любим сантиметра, мы с ним очень хорошо. Блядь, человек, как он человек, как человек, он это отдельная история. Просто, блядь, по профилю он говноед в игре. Я не туда его как личность. Но он, блядь, ну реально 2400, блядь. А, ну, мое уважение, блядь, вы его посадили на Кате 91. Не, я бы лучше отыграл. Да, я на этом танке брал отметку. Ну, Ликвив 4500 отпотел. На Кате 91, хорошо. Да, 30b у него, блядь, не пошла. Ну, что-то как-то да. 300, да, блядь, печалька. Цель халуфа началась, когда он 5 раз подряд хэвика не пробил, там, я не знаю, там жопа на орбиту улетела, наверное, в моменте сразу. Да, он мне говорил про эту хуйню. Дельхолов вообще какой-то ебаный был.
А в это время шотник на Малиновке на сервер развлекается на 7 тысяч. Там вообще, бля, халява. FP215 катается, 3 сотых. Короче, смотри, а, знаешь момент? По среднему времени все одинаково. Короче, когда у шотника была Малиновка на СТРВ и 3 ЕСО во взводе, в это время Джоф убегал от 3,279 взводных, блядь. Да, было дело. Они меня пугали пиздец, как, блядь, я как-то чудом их поубивал всех. Ну, не я только, там еще Катя постаралась. Я чудом их всех поубивал. Они должны были нас вперед ногами вынести. Ну, я держу в курсе, но в нашей игре на следующей тоже будет стерва. В 12-й игре. Так, кто у нас завтра играет? У вас, подожди, у вас... Сейчас надо посмотреть плей-офф. 12-я игра. 5-го числа. Нам надо обходить флабера и будем против вас играть. Давай, играем, давай. Доктор Флекси против злой. Ну давай, блядь, а на стерве мне придется играть, Никит. А вот в Сонусе... Андрюх, ну ты смотрел? А, завтра только две игры. Ну я смотрел, да. Понимаю. Тренируйся, если что. Охуенно. Я завтра и в зал успею, и туда успею, блядь. Короче, я теперь вижу. Завтра всего две игры. Короче, в Сонусе против Калибра. В 18 и в 20:30, да. Так будет по две игры, потом в 17 и в 20. 18-23. Завтра всего лишь 30 боев в чаке и все? Да. Вообще видно, мало-мало. Но завтра вообще начало к 6, блядь. Я завтра все дела успею сделать. И две короткие сессии. Бля, ну это просто охуенная игра. В смысле, мне нравится, когда все, начало в 6. Я вообще всегда хотел, чтобы начало бы 6, а окончание в 2 ночи, блядь. Как раз мой прайм-тайм. Вот. Ну, ты как бы и с этим праймом справляешься шикарно. Как не зайду утром, ты уже в эфире. Ну, днем, считай. Жестко. Легенда. Продуктивный. Так, ребят, мы сейчас тренироваться пойдем. Да, да, да. Да я там пытаюсь отметку добить. Сейчас я тут все подвигаю. Ну что, как тебе пантерка-то? Ебаное дерьмо, блять. Понял. Это такой кал, блин. Что? Не, ну ДПМ есть, но я пробить не могу. Я даже восьмерок пробивать не могу. Для меня БЗ-176 это все, это смерть, это хавайся нахуй. Похоронная. User left your channel. Вот так вот. Вот. Ну, старались как могли. Бля, ну это обидно. Это первый раз, когда я вылетаю так рано. С грани мы до топ-4 и топ-5 дошли. Извините. И вылетели, ну, там... блядь, чудом. Ну да. Да, и вылетели только потому, что Нирью замотивировал их общий донатер. О, да, обидно так рано вылетать. Ну ладно, будем комментировать теперь на пару с Валерой, так сказать. Да. Два неудачника. Валер, каково быть неудачником в турнире Чака? Да, Валер, прекрасно. Хоть... Да заебись, блядь, река онлайн есть. Да ладно, рандом такой был. Помедики. Не, победители. Я... Не, ну я... Повезло, да. Я не спорю, но свои ошибки тоже были. Тоже там что-то не так, мне кажется, делали. Ну, как отыграли, так отыграли. Да и похуй, да, как отыграли, так играли, блядь. А мы он тоже отсосали тогда в 13900. Завтра присоединимся. Завтра будем смотреть, смотрящим. Завтра так. Присоединимся. Ну, я буду болеть за Толика и за Грани, наверное, вот так, за две команды эти. Вот, Нидин выбыл, помянем, как говорится. О, буду за Толика и за Граненого. За Нира и Левшу и так много болеют, да? А я за Нира и Левшу и вот за Гранишева. Почему? Что почему? Почему нахуй пусть идут? Да, блядь, много это пальцы веером распускают, блядь. Мы всех выебем, мы это все. Вот Нира вот скромная, Левша что-то, блядь, мы завтра всех разъебем. Я вот за Толика поэтому. Толя скромный, Толя просто молча ебет и все. И кушает много. Вот. Вот так вот. Бабушка бы порадовалась. Да, да. Я тоже люблю, когда много кушают. А, ну еще страйка хочется посмотреть. Еще раз. А мы едем трениться. Да, да. Да, кстати, видите? О, Андрюх, что, рекорды по нам еще будем делать опять. Клумба, может, мы с тобой тоже потренимся? У меня моды слетели все, я же забыла, я переспалила. Все, ребят, я запись стопаю на YouTube, а продолжаем сейчас запущу на YouTube прямой эфир. После турнира надо готовиться. Кстати, да, училище танзура, называется...